я буду рассказывать на тему, как уже было сказано, социально-экономические аспекты гендерного равенства. И я специально акцентировала именно на этих темах, то есть я не буду рассказывать о культурных, психологических аспектах гендерной теории. Я немножко отошла далековато, то есть есть много умных, компетентных феминисток, которые читали множество всякой литературы на эту тему. Вот. Я больше расскажу о материальном положении женщин и о том, как это влияет на, в целом, на гендерное неравенство. Вот. Также я хочу сказать, что я, в принципе, не теоретик, не исследователь, то есть я буду в своих рассказах опираться в первую очередь, я сначала расскажу, конечно, про книгу Катрин Марсал, кто готовил Адаму Смиту, вот, которая перекликается с моим практическим опытом и с размышлениями, которые у меня возникли в ходе этого практического опыта. Вот. И, собственно, опыт работы в профсоюзе. Вот. Я третий год работаю в профсоюзах, входящих в Конфедерацию труда России. Это Конфедерация независимых профсоюзов, то есть не старых государственных, да, а тех, которые создаются снизу. Вот. Я первые два года работала в профсоюзе «Новопроф», который... Ну, он формально межотраслевой, специализируется больше на пищевом секторе, на общественном питании, сфере обслуживания. Вот сейчас я работаю в образовательном профсоюзе, который тоже входит в Федерацию труда России. Вот. Сначала немного расскажу о книге Катрин Марсал, вот, которая мне очень показалась, написанной, как она оказалась близко к размышлениям. Книга «Кто готовил Адаму Смиту», она, как легко догадаться, она отталкивается от... Катрин Марсал – это шведская журналистка, то есть она, опять же, не глубинный исследователь. Отталкивается от концепции свободного рынка, которая была разработана, которая была предложена, собственно, основоположником, одним из основоположников экономической теории Адамом Смитом, вот, и разработана другими экономистами классической школы, части австрийской школы и так далее. Вот, концепция, в том числе, невидимые руки рынка и как бы homo economicus, человек экономический. То есть что такое человек экономический? То есть это понимание Адама Смита и там, был такой еще Джон Стюарт Милль, который тоже дорабатывал эту концепцию. Человек, делающий рациональный выбор относительно того, как он устраивается на работу, на какую зарплату он соглашается, сколько он готов работать, что он покупает, сколько он готов на это тратить. То есть разнообразная экономическая деятельность, и трудовая, и потребительская, она как бы предполагалась, что она абсолютно рациональна. И каждый конкретный человек делает этот рациональный выбор, и таким образом экономика саморегулируется. То есть они множество вот этих рационально действующих homo economicus создают как бы разумную, саморегулирующуюся экономическую систему. И таким образом как бы максимизируют прибыль, максимизируют общественное благо. И свою критику Катрин Марсал начинает с того, что работа, о которой говорили эти экономисты, значительная часть работы, которую выполняют люди, она не считалась ими, она не считалась ими за настоящую работу, она не была включена вот в этот вот саморегулирующий экономический процесс, и она как бы оставалась за кадром, она была незаметна. Вот, и, соответственно, откуда пошло название, да? Кто готовил Адаму Смиту? Адаму Смиту готовила его мама. Вот. Он не был женат, он жил
с мамой до конца жизни. Еще у него была сестра, которая ему помогала вести денежные дела. Вот. И, соответственно, это огромная часть повседневного существования оставалась за кадром, вот он ее не замечал и не включал как бы, свою теорию. Вот. Хотя эта работа, она занимает огромное количество времени, она необходима для воспроизводства людей, вот, но она не считается, она не включена в ВВП, то есть она не, ну, по крайней мере, до недавнего времени не являлась предметом изучения экономики. То есть это та работа, которую нужно исключить, чтобы человек экономически стал тем, кем, кто он есть. Она делает там, большой экскурс в историю и анализирует, как развивалось капиталистическое общество, которое функционировало по этой теории. Опять же, как мы все знаем, то есть за периодом становления капитализма, период после Великой депрессии, когда возникла необходимость государственного регулирования экономики и попытка построения социального государства и отхват в неолиберализм. Таким образом, как бы, общество пришло к тому, что проблема неравенства по-прежнему актуальна, вот, а если сравнивать с серединой 20 века, она даже более актуальна. И глобальный характер капитализма приводит к тому, что это неравенство, оно оно существует не только в рамках конкретных стран, и существует на международном уровне. Вот, и, расслоение общества продолжает расти, поляризация общества продолжает расти, и капитал и, соответственно, власть остается в руках привилегированного небольшого класса. Вот. Она анализирует такой вопрос, что, возможно, вот это вот положение женщины, когда ее труд не был заметен, было связано с тем, что женщины на тот момент не были включены, недостаточно были включены в экономику. А вот когда женщины выйдут на работу, вот, когда работа, как бесплатная работа, которую они делали дома, будет постепенно перемещаться как бы, в сферу оплачиваемого труда, не решится ли проблема сама собой. И она приходит к выводу, что, ну, хотя это тенденции, они в целом, конечно, позитивные, но в целом проблема эта не решается, а на данный момент полностью, потому что по разным причинам. Вот. Ну, во-первых, конечно, несмотря на то, что женщина работает вне дома, зарабатывает, на ней по-прежнему остается груз вот этой домашней неоплачиваемой работы. А зарплата ее остается ниже в среднем. Я дальше об этом скажу подробнее уже про российскую ситуацию. Вот. И еще описывает такой интересный момент, что, казалось бы, услуги по уходу за детьми, по приготовлению еды, уборке, их сейчас можно уже рассматривать как коммерческие услуги, то есть можно нанимать персонал, который выполнял бы эту работу. Вот. И таким образом, казалось бы, женщина освобождается. Но возникает вопрос, кто убирает дом уборщицы, кто сидит с детьми няней. Да? То есть это по умолчанию тут речь, опять же, о каких-то привилегированных женщинах, которые могут себе позволить нанять этот домашний обслуживающий персонал. Вот. А женщины, которые выполняют эту работу за небольшие деньги, причем часто это мигрантки, вот, или там, приезжие из там, деревень каких-то бедных, вот. Они, опять же, остаются невидимыми, их уровень жизни, их условия труда и их там, положение в семье, оно как бы тоже что-то такое незаметное.
Дальше она говорит о том, что, исходя из современных уже исследований, вот эта вот логика про то, что человек делает исключительно рациональный выбор и в своем поведении руководствуется исключительно мотивами личной выгоды и рационализма, она опровергнута уже, кстати, не только для женщин, она уже в целом как бы и психологи, и в целом экономисты части тоже уже признают, что человеческая мотивация, в том числе и в экономике, да, в экономических действиях, она устроена сложнее. То есть люди не всегда действуют рационально, для людей не всегда важна прибыль и выгода. Вот она приводит несколько примеров. Ну, например, такой вот пример, который мы можем все на себя спроецировать. Да, если незнакомый человек нас на улице попросит помочь там, перевести через дорогу, поднять сумки. Большинство из нас, если мы физически там, можем это сделать, мы согласимся, это несложно и, как бы, и приятно вообще помогать людям. Но если нам предложат за это деньги, тут уже может какая-то не очень комфортная ситуация возникнуть. И вот вопрос, а стоит ли, а вот нужно ли это делать, как бы, чтобы заработать эти деньги, тут уже не все согласятся. И был еще такой пример, когда руководство одного детского сада было обеспокоено тем, что родители очень часто задерживаются, когда приходят за детьми. А вот. И чтобы, то есть их там ругали, предупреждали, не очень это действовало, и решили ввести такую меру, штрафовать родителей, которые опаздывали. И выяснилось, что родители стали задерживаться чаще, потому что они стали воспринимать право прийти позже как дополнительную услугу, которую они могут купить. Вот. То есть, казалось бы, вот потратить деньги – это плохо, а вот так, и людям это оказалось удобнее. То есть, вот эти мотивы личной выгоды, они не всегда действуют даже в общем случае, если даже не брать гендерные различия. Вот. Если говорить о женщинах, то они действуют как бы еще хуже, потому что есть у женщин своя интересная специфика. Да? То есть мужчина в целом может себе позволить быть действительно более социально независимым, вот, и делать выбор, ну, относительно, например, каких-то своих социальных связей, в том числе и по мотивам выгоды. Вот, то есть он как бы взрослеет, приходит как мир один, и он сам выбирает, с кем ему выстраивать социальные отношения. Ну, опять же, по тому, как говорит А, ну, когда он взрослеет уже, когда уже самостоятельный человек. Но, опять же, я пересказываю книгу Катрин Марсел, я не на 100% с ней согласна, то есть где-то она, может быть, утрирует гендерные различия. Вот, потом мы, конечно, это обсудим, разные мнения могут быть. Вот. И если говорить о женщине, то женщина, которая рожает ребенка, она изначально уже с того момента, когда она забеременела, если она согласилась вот, выносить и родить этого ребенка, она уже на биологическом уровне с ним связана, она никуда не денется от этой связи. Вот. То есть это нельзя назвать ее как бы вот, ее изначально одинокой, которая делает выбор по своих социальных связях. Она уже вот идет изнутри нее, эта социальная связь с ребенком, и продолжается в течение этого лет. И вот этот вот очень, как бы, очень сильно влияющий на личность женщины, на поведение женщины, опыт беременности, рождения ребенка, ухода за ребенком, он воспринимается как, до сих пор культура воспринимается как такой специфический женский. То есть огромный там пласт культуры и там, многовековой давности и ближе к современной, он там мужской опыт рассматривается как общечеловеческий. То есть нравственный выбор мужчины – это вот нравственный выбор человека. А социальное взаимодействие мужчины, социальное взаимодействие человека. И женщины, которые изучают этот культурный опыт, вот они, опять же, воспринимают его как общечеловеческий, хотя в большинстве случаев там говорится о мужчинах.
А их опыт, он как бы вот такой побочный, специфический, женский, о нем немножко стыдно до сих пор говорить, вот, и как бы общечеловеческим он до сих пор не считается. И женщина оценивается как бы как в связи с мужчиной, то есть либо она оценивается как дополнение мужчины, как носитель тех качеств, которых нет у мужчины, которые нужны ему в отношениях в семье, чтобы успешно функционировать, либо когда пошла вот все-таки волна какая-то эмансипации, женщина вот, как бы стала оцениваться как человек, который должен быть как мужчина, должен быть похож на мужчину. И в той и другой точке зрения женщина оценивается в связи с мужчиной, не как вот что-то самостоятельное, самоценное, а как вот что-то, что все равно ориентируется на мужской социальный опыт. Вот. И выводы, которые делает Катрин Марсал, они такие довольно абстрактные, то есть нельзя сказать, что она является носителем какой-то там, коммунистической, социалистической идеологии или там либеральной, хотя ну, в конечном итоге это, конечно, левая позиция в широком смысле. Если говорить о тех выводах, которые она делает, о том, как должно быть, как должно измениться общество. Она говорит о том, что в обществе выгода и потребление не должно быть единственным критерием благополучия, что помимо этих экономических актов существует жизнь человека вне. Рабочих отношений и вне потребления, то есть существует жизнь человека в доме с своими близкими людьми, которые тоже очень ценна и которая должна учитываться. Что благополучие не должно сводиться, опять же, к вот этой бегу по кругу, да, что чем больше мы производим, тем больше мы потребляем, тем лучше мы себя чувствуем. То есть она критикует такой подход. Несводимость к конкуренции, то есть ориентированность на большее сотрудничество, взаимопонимание, вот, в том числе взаимопонимание между мужчинами и женщинами. Вот. И учет, собственно, вот этих вот потребностей женщины как общечеловеческих. Что касается вот книги Катрин Марсал. Соответственно, я хочу это проиллюстрировать небольшим рассказом о том, как происходит, собственно, у нас здесь сейчас, в России, с экономическим положением женщин, с их положением в трудовой сфере, с их социальным обеспечением. Вот. И действительно, те проблемы, которые ставит Катрин Марсал, они, как я наблюдала в своей практике, вот, они действительно достаточно актуальны. Вот. Недавно, я когда готовилась к мероприятию, я написала, что средняя зарплата женщин в России на 27% ниже, чем у мужчин, и вот вчера буквально появилась новость 29%. Уже. То есть опять вот этот разрыв значит, усиливается в зарплатах. Вот. Ну, тут есть много причин. Например, то, что женщины традиционно по-прежнему занимают низкоквалифицированные или даже довольно квалифицированные, но при этом низкооплачиваемые должности. Вот. То есть это отчасти происходит из-за стереотипов, отчасти это происходит из-за того, что на более высокие должности женщинам сложнее попасть из-за того, что они делают перерыв в карьере, ухаживая за ребенком. Вот. Опять же, проблемы стеклянного потолка, то есть когда они не могут останавливаться в карьерном росте. Вот. И если там, проанализировать и государственные учреждения, и частные, то есть чем ближе к верхушке, там, тем больше процент мужчин там заняты. Это общая такая тенденция. Вот. Что касается вот моего профсоюзного опыта, когда я работала в профсоюзе «Новоклуб», там опять же, профсоюз межотраслевой, там разные люди могли к нам вступать, но две основные группы, с которыми мы больше всего занимались, с которых вот я больше всего могу рассказать, это
сектор быстрого питания в Москве. Вот я занималась профсоюзом органайзинга в сфере фастфуда, распространяла листовки, рассказывала людям о профсоюзе, и была у нас даже успешная компания в этой сфере по погашению задолженности по зарплате. Вот. И второй сектор – это пищевое производство. Ну, точнее, он как бы первый, потому что он появился раньше у нас, на самом деле. У нас не совсем с него, но, в общем, один из первых, который возник в нашем профсоюзе – это пищевые фабрики. Вот больше всего у нас в Омске находится. Вот. То есть на основании вот этих вот двух. Примеров я хочу рассказать о трудовом положении женщин. То есть если говорить о секторе быстрого питания в Москве, то это там очень много женщин, вот, процентов 80, и довольно много мигрантов. Вот, то есть, соответственно, женщины, молодые женщины-мигрантки из Казахстана, из Киргизии, ну, из Киргизии по большей части. Вот, занимают, в общем, довольно большую часть среди этих работников. Вот, и условия труда, несмотря на то, что они едут за более высокой зарплатой, за какими-то лучшими условиями в Москву, вот, зарплаты по московским меркам очень низкие. То есть это 100, почасовая оплата 100-150 рублей в час. То есть если работать по стандартному графику, по стандартному вот это вот, как положено по трудовому кодексу, 40 часов в неделю, вот, это будет зарплата там 21-22 тысячи в месяц, а учитывая то, что они все практически, это большинство приезжих, вот, снимать жилье невозможно такой зарплаты. И что получается? И получается, что эти женщины, в основном мигрантки, да, вот, ну и много, кстати, женщин с российским гражданством, которые из деревень приезжают, вот, они работают по 10-12 часов, то есть как вот торговый центр работает, в котором находится фудкорт, по 10-12 часов с утра до вечера, либо с одним выходным в неделю, либо вообще без выходных, потому что иначе они не могут, как бы, и не хватает этих денег. А вот. И многие из них либо неофициально вообще трудоустроены, устроены, либо у них серая зарплата, то есть там в договоре написаны какие-то копейки совершенно, а остальная часть зарплаты не гарантирована, их могут уволить и не заплатить эти деньги. А вот. Либо там в случае какого-то кризиса предприятия, опять же, они могут лишиться этих денег. Вот. И, там, опять же, схемы заемного труда там распространены, которые тоже увеличивают незащищенность. Вот. Что касается пищевых производств, там зарплата еще ниже, то есть там порядка 15, максимум 20 тысяч, это вот вполне привычные зарплаты. То есть, вот, как? В Омске цены вот они на еду там, и на прочие товары примерно такие же, как в Москве, там, разве что жилье им снимать не надо. Вот. Но в целом, конечно, это очень низкий уровень жизни. Вот. И как раз вот такие зарплаты получают на производстве в основном женщины. Потому что они занимают самые низкоквалифицированные, низкооплачиваемые должности, там укладчицы, упаковщицы. Вот. То есть технологи там как бы должности более высокой квалификации, более высокого уровня оплаты, там больше мужчин. Вот. Это тенденция как бы на нескольких фабриках, вот она вполне заметна. Вот. Также, если говорить о бюджетном секторе, я не буду много рассказывать, то есть вот я сейчас работаю уже в профсоюзе, который в бюджетном секторе находится. Вот. Но я не обладаю полной статистикой, вот я боюсь соврать там о уровне зарплаты, уровне как бы о трудовых правах и гарантиях, вот, потому что надо весь тогда сектор целиком анализировать. Но в целом тоже, конечно, зарплаты низкие, и как ни странно, вот, хотя такой есть стереотип, что это вот только в коммерческих фирмах людей кидают, там, да, их неофициально оформляют, и там у них серые зарплаты, а в государственном секторе люди защищены, вот как ни странно, нет. Там, несмотря на то, что какие-то могут быть огромные положение в оплате труда, где прописана сложная система оплаты, по факту гарантирован только оклад. А часто так, ну не всегда, но часто так бывает, что гарантированная часть – это оклад, который вот совсем небольшой, вот еле там до мрота дотягивает. А основное – там премиальные надбавки, там стимулирующие надбавки, которые по усмотрению руководства могут снять.
Вот. И сейчас еще довольно распространены краткосрочные контракты годичные. Вот. То есть это значит, что по истечении этого контракта без всяких причин, без всяких объяснений человека могут уволить. Вот. Ну и специфика вообще государственной сферы еще дополнительная в том, что более авторитарном как бы, руководстве в подавлении инициативы творческой. Вот. То есть вот этот вот стереотип о том, что женщина должна слушаться руководство, должна тихо сидеть, не высовываться, она как раз вот поддерживается той структурой, которая существует в государственном секторе. Вот. А у нас в Конфедерации труда России входит несколько независимых профсоюзов, и вот три года назад было принято решение создать комиссию по гендерному равенству в рамках всей Конфедерации труда России. Туда были включены представители разных профсоюзов. Вот. И основная, то есть это как бы задумывалось не как какой-то там отдельный женский клуб, где женщины собираются, обсуждают какие-то свои темы, не очень интересные всем остальным. Вот. А как то есть цель – это интеграция гендерной повестки в общую деятельность профсоюза. Вот. То есть, общие проблемы, с которыми сталкиваются работающие в разных секторах люди, как женщины их пропускают через свой опыт, то есть как они воспринимают их, исходя из тех личных, семейных условий, в которых они находятся. Вот. То есть пример вот этого вот интеграции гендерных подходов, вот, например, там, проблема низких зарплат, как она воспринимается женщинами, как она влияет на положение женщин, то есть это, конечно, зависимость от мужчины. Вот, то есть это, если женщина зарабатывает существенно меньше мужчины, а если тем более еще она рожает ребенка, это еще более усиливает как бы зависимость, вот, то это, к сожалению, приводит к тому, что отношения, которые, семейные отношения, которые в себе содержат там, какие-то нездоровые там, элементы там, насилия, травматичности психологической. Вот. Женщина вынуждена их терпеть иногда и не иметь возможности уйти, потому что некуда, потому что она не прокормит себя с ребенком. Вот. Проблема, о которой я говорила, проблема переработок, то есть вот когда женщины, работающие в сфере обслуживания, в секторе торговли, быстрого питания, работают по 10-12 часов, вот, как это сказывается на их положении в семье. То есть сказывается просто страшно. Как работает 12 часов, можно родить ребенка и вот, водить его в садик, как тогда забирать его из садика, это совершенно непостижимо. То есть это, опять же, на это нужна какая-то помощь, какие-то бабушки, няни. Вот, сама женщина с этим не справится. А у многих просто нет выбора. То есть если нет образования специализированного, либо если оно там не востребовано уже, это единственная возможность пойти там либо в магазин, в там, кафе быстрого питания, вот, в какую-нибудь там оперативную полиграфию, то есть вот в эти все рабочие места, которые находятся в торговых центрах, работающих с 9 до 9. Вот. И у меня вот самой есть такая знакомая, которая вот она столкнулась лично с этой проблемой. Она с двумя детьми, а на другую работу найти просто не может. Вот, либо график такой вот жуткий, либо ничего. Вот. Ну и проблема неофициального трудоустройства и серых зарплат, и вообще не гарантированных зарплат, опять же, она, как она воспринимается женщинами, то есть это, опять же, если женщина уходит в декрет, вот, там декретные пособия, это 40% от официального, ну, там не больше 24, по-моему, сейчас тысяч. Вот. Но, опять же, он белой части. Если в трудовом договоре написано 8 тысяч, 40% от 8 тысяч. Вот такое будет пособие до 1,5 лет. Вот, я об этом тоже дальше еще скажу. Вот. Ну, собственно, да, вот я еще хотела немножко рассказать о социальной сфере. Вот, я еще, там, помимо того, что я профсоюзный работник, я мама 11-летнего сына. Вот, я через все это проходила. Вот, причем проходила вот таким образом, что у меня не было помощи бабушек, нянь, вот, то есть, ну, мне повезло так относительно с,
мужчинами, как бы, с которыми я жила, то есть с помощью стороны мужчин была какая-то. Вот, то есть могло быть, конечно, еще хуже. Вот, но это очень тяжело, когда, когда вот, значит, пытаешься устроиться на работу, и тебя спрашивают там, кто будет забирать из садика ребенка, да, вот вы будете не успевать в садик. А если ребенок заболеет, дети же часто болеют, там маленькие, да, кто будет сидеть с ребенком? Вот, я много там собеседований прошла, и мне постоянно задавали, когда ребенку там было 3 года, 4 года, постоянно задавали эти вопросы. Вот, и вот было, что и отказывали как раз вот. Потому что, да, ну, вот, некому вот, помогать. Вот. Ну, собственно, вот, да, о чем я говорила, пособие 40% от белой части зарплаты, оно платится до 1,5 лет. Вот. А детский сад ребенка берут, хорошо, вот мы его взяли, там, 2,7, вот, а вообще с 3 чаще берут, да, вот, а, то есть такой, как ясли, ну, они, в принципе, где-то есть там, но это еще надо очень постараться, ну, какие-то есть ясельные группы, очень мало, вот, тут, я не знаю, мы сейчас... Да, когда у нас дискуссия пойдет, у нас женщины с маленькими детьми, у которых более свежий в памяти этот опыт, дополнит чем-нибудь, какими-нибудь рассказами страшными, вот. А, ну, у тебя еще совсем маленький, да. Ну, может быть, у кого-то есть как раз вот такого возраста. У тебя такого. Да, жил. Я дополню. Да. Отдельно. Вот. И, то есть, как детский сад работает до 7, вот, стандартный офисный график, ну, до 6 это еще хорошо, а то часто там пишут на вакансиях, что там, да, семьи в порядке вещей уже. А если говорить, опять же, об этих сменных графиках, которые в торговле, общественном питании, это вообще просто невозможно совмещать никак. Вот. И дальше, как бы, когда ребенок идет в школу, там в начальной школе, казалось бы, продленка тоже все довольно просто, но а продленка она еще раньше заканчивается, вообще в 6 заканчивается. И вот тут просто как надо на самолете, что ли, долететь вот из офиса даже до школы. Вот. И появляется такая проблема, как каникулы. Вот ребенок 7-летний, который еще не совсем самостоятельный, что делать, когда там каникулы раз в четверть, там еще как-то летние каникулы. То есть, ну, был такой вот раньше, да, вариант, что с лагерями детскими, бесплатными. Вот. Сейчас, когда я задавала этот вопрос в школе, мне сказали, вы что, сейчас же другое время уже, сейчас, ну, только вот. Ну, есть, но очень мало. То есть, опять же, дольготников, если очень повезет, могут дать такие. А так, ну, стандартно, вот стоимость коммерческого вот, вот, выездного лагеря 25 тысяч за сумму. Да, спасают бабушки. Давайте вопрос. Бабушки, это кому повезет? У меня нет бабушек. У меня, как бы, у меня матери считают, что нет, а как бы свекровь, она далеко очень была, поэтому нет. Давайте сначала выступление. Да. Вот. Ну, я уже почти заканчиваю, да? Вот. И, соответственно, получается, что... вот, кстати, да, вот еще забыла сказать, когда я говорила о гендерной комиссии Федерации труда России, то есть мы как раз исследовали опыт работников с семейными обязанностями, так у нас называлось, вот, там, РСО. Вот. Я, опять же, у меня нет сейчас ни времени, ни возможности это рассказать, это довольно долго. Вот. Если что, вы можете там, в Google набрать «Работники с семейными обязанностями. Исследование КТР». То есть там довольно много интересной тоже информации. Вот. Опять же, про то, как увеличение рабочей нагрузки влияет на выполнение семейных обязанностей. Да? Вот, про то, как она распределяется между там, работающими мужчинами и женщинами, как она влияет в том числе вот, на профсоюзную активность. Вот. И, кстати, был такой случай в практике, ну, поскольку, опять же, да, вот, когда я на профи работала, было много мигранток и женщин. Вот, и были, например, мигрантки, как бы российские гражданки, но вот из Дагестана они приехали. Вот, мусульманки. И когда у нас было выездное мероприятие профсоюзное, учебное, женщину муж не отпустил, потому что вот, не положено без мужа уезжать с ночевкой. Да. То есть, вот, нам сейчас вот, даже вот, такие вещи в голову не очень приходят, но вот прямо рядом с нами есть женщины, которые живут в таких семьях, которым ставят такие условия. Вот.
так буду. То есть, как видите, вот повседневный вот этот вот опыт, который я наблюдаю, он действительно вот довольно как бы сильно перекликается с тем, о чем пишет Катрин Марсал. То есть, несмотря на то, что у нас развитый капитализм, особенно в Москве, у нас там всюду эти торговые центры на каждом шагу, у нас, в общем, возможности разнообразные там для аутсорса домашней работы, там, можно не готовить дома, если есть возможность, да, можно питаться в каких-то там заведениях разного типа. Вот. Люди, которые это всю возможность обеспечивают, это вот процентов на 80, это женщины, вот, и те условия, в которых они находятся, вот, они никак не способствуют их женскому освобождению, да. Очень много правильных вещей говорят феминистки о культурных вот аспектах освобождения, о психологических аспектах, там, ненасильственных отношениях, о том, как вот не обязательно там, женщине нужна семья там, и так далее. Но когда вот женщина находится в таких экономических условиях, то есть когда там, она либо работает на фабрике за 15 тысяч, либо она работает там, в фастфуде без выходных практически там, по 12 часов, а вот о каком освобождении нужно говорить? Казалось бы, такие вот, казалось бы, такие вот прогресс такой, он вот не для всех, не для всех, да, как кто-то, не помню, кто сказал, что будущее уже здесь, просто оно неравномерно распределено, оно не для всех пришло. А вот, ну, так, некоторые выводы, которые я хотела бы сделать, да, что делать, собственно, да, вот, ну, как бы несколько направлений решения этих проблем. Во-первых, очевидно, что если стоит проблема низкой зарплаты, да, никто там, никакое государство, никакой добрый дядя или добрая тетя даже, вот, никто это сверху не даст, да, то есть этого нужно добиваться самим коллективными действиями на своем рабочем месте, вот. Ну, конечно, если говорить о социальном секторе, тут локально уже мало кто сделаешь, что все-таки социальная сфера – это сфера государственной политики, вот, поэтому я считаю, что нужно участвовать в политических кампаниях за развитие социальной сферы, то есть против урезания расходов на образование и здравоохранение, там, и на сферу дошкольного образования. Вот. В том числе вот эта вот проблема с детским пособием, которая оставляет такую вот дырку, да, с полутора до трех лет, когда женщина не обеспечена вообще. Это проблема только на политическом уровне. Я не знаю, как ее еще можно решить. То есть, опять же, было бы полезно провести такую политическую кампанию, которая поднимала бы эту тему. Вот. И в целом, тут еще, ну, та проблема, о которой писала Катрин Марсал, что женщины как бы женские проблемы невидимы, незаметны. Вот. Это во многом связано не только с экономическим положением женщины, а с тем, что в политике-то их нет. Вот. То есть у нас Госдума – это 15% женщин, там 69 человек из 450. Вот. Хотя женщины вообще-то довольно гражданские активны. То есть если посмотреть на протесты локальные, то есть вот был протест против реновации. Все организаторы женщины, там 4 или 5 было, все женщины. Вот. И участницы, опять же, женщины. Вот. То есть нельзя сказать, что женщины как бы пассивны, что им все равно. Просто, опять же, вот на более высоком политическом уровне их пока что не очень пускают. Вот. Но некоторые возможности, я считаю, что есть. Постепенно это менять. Вот. И, к сожалению, вот такая есть тенденция. Я все-таки чуть-чуть покритикую радикальный феминизм. Вот. Что вот много и правильно, и детально там озвучивая разные женские проблемы, радикальные феминистки вот скатываются, мне кажется, в такую вот крайность, что, ну даже не то, что крайность, а вот, то есть пытаются решить эти проблемы, отделяясь, то есть есть такое понятие сепаратизм, да, вот, в свои женские группы, обсуждая между собой там эти проблемы, проводя какие-то собственные мероприятия для своих подруг там, да, вот, и даже какая-то политическая деятельность, она, опять же, вот в кругу своих, да, вот. Мне кажется, это, ну, опять же, можно поспорить, что это не очень конструктивный путь, что вот как вот у нас гендерная комиссия профсоюзное дело, то есть женские проблемы должны быть интегрированы в общие политические, вот, то есть они должны быть вписаны в программы политических партий,
Вот. Ну, конечно, я считаю, что более заинтересованы в этом партии как бы левого типа. Вот. Социалистически, социал-демократически. Вот. Потому что эта женская повестка, она очень как бы тесно связана с улучшением положения трудящегося человека вообще, с расширением расходов на социальную сферу и так далее. Поэтому это как бы довольно логично такие связанные вещи, и было бы хорошо, если бы женщины приходили в такие организации. Вот, кстати, можно потом со мной об этом поговорить. Вот, есть один такой проект сейчас. И продвигали бы проблемы актуальные для них, и для них лично, и для женщин вообще, чтобы эти проблемы были не где-то на периферии, не считались их как бы личными, а и не считались там тем, что интересно только феминистскому движению, а были бы частью общей политической повестки. Обсуждаем, потом я или я... Лучше ты, а потом мы вопросы. Потом все. Да. Хорошо. Меня зовут Ханна Николаенко. Вот Александра Маркова говорила именно с фокусом на экономику. А я поговорю именно про социальные, да, культурные аспекты гендерного неравенства. И сначала, я думаю, надо все-таки сказать, да, я думаю, большинство знает, но я все-таки скажу, да, что такое, собственно, гендер. И как получается, да, что у нас гендерное неравенство. Если, да, в двух словах, то гендер – это наш социальный пол, то есть это ожидания общества от нас, причем эти ожидания, да, грубо говоря, сцеплены с нашим биологическим полом. Как это происходит, да? То есть рождается девочка или рождается мальчик, и общество начинает ожидать от него некоторых действий, некоторого поведения, некоторой внешности, да, именно, да, просто по... Родился девочка, как говорил Остер, родился девочкой, терпи. Вот. То есть, что такое гендерное неравенство? Это такая характеристика социального устройства, при котором социальные группы, в данном случае, да, раз мы говорим о гендерном неравенстве, мужчины и женщины, обладают социальными различиями, да, в положении и, соответственно, неравными возможностями. Причем сама система гендерного неравенства, она самовоспроизводящаяся система, она довольно устойчива. Я расскажу о том, как она самовоспроизводится, это довольно интересно. И откуда она, собственно, приходит, она не падает от нас с Марса, на нас с Марса, она, в общем, мы ее сами воспроизводим. Кто виноват? Виновата патриархальная система. Да? Причем патриархальная система, она токсичная, и она токсичная для всех. Да? Как бы, я в этом отношении буду несколько спорить с радикальными феминистками, которые говорят о том, что да, у патриархальной системы есть бенефициары, есть жертвы жертву. Я не считаю, что патриархальные системы вообще могут быть, да, победители этой войны. Я считаю, что она токсичная абсолютно для всех. Другое дело, что есть более угнетенная группа, да, на которую патриархат воздействует сильнее, которая более уязвимая просто, да, есть менее угнетенная группа. Более угнетенные группы, да, более уязвимые группы до сих пор являются именно женщины. Это не значит, что патриархат не токсичен для мужчин, он токсичен, и я расскажу, как он именно токсичен, почему. Вот. Но женщины до сих пор, грубо говоря, страдают больше. Почему? Есть такое понятие, как гендерный стереотип. То есть это, да, вот общество ожидает от нас, да, некоторого поведения и внешности, поведения, действий. И это и называется гендерным стереотипом. То есть это предписанные нормы поведения, сцепленные с биологическим полом. Даже иногда не с биологическим полом, а с внешностью. Исполнение которых ожидает от нас общество.
Сейчас я буду перечислять, да, гендерные стереотипы, делая акцент на женщинах, а потом про мужчин. Вы поймете почему. Гендерные стереотипы, да, вот для женщин. Грубо говоря, женщина должна. Это обычно не говорится обществом прямо, но женщина должна, например, быть милой и не агрессивной. Да, то есть там не драться, в том числе не пытаться защитить себя. То есть установка не драться обычно, ну да, там, как говорится, девочка же должна быть, там, должна драться. Потом это приводит к тому, что в голове появляется установка о том, чтобы да, не проявлять никакую агрессию, в том числе не пытаться защитить себя физически. Потому что агрессия — это вообще-то защитный механизм для человека, она вообще-то довольно нужна. Дальше. Женщина должна быть красивой. Красивой в кавычках, потому что под красотой понимаются не какие-то индивидуальные качества внешности, а именно соответствие некоторым стандартам по привлекательности. Причем эти стандарты меняются исторически. Причем, да, стандарты на привлекательности с акцентом на привлекательность именно для мужчин. Вот. Причем она должна быть не просто соответствовать, а прилагать специальные усилия для того, чтобы ее уже внешность соответствовала некоторым стандартам привлекательности для мужчин. Она должна худеть, или она должна, наоборот, толстеть, если да, эти стандарты, я же говорю, они разные, причем они разные во времени и разные в регионах. Где-то стандартом внешности сейчас является более, ну, там, двигает тростинка, где-то является, наоборот, довольно полная женщина. Там. Она должна, там, не знаю, делать что-то с волосами на теле, она должна краситься, она должна носить каблуки, она должна, там, не знаю, носить или, наоборот, не носить там какую-то одежду. В общем, да, некоторые предписанные правила. Женщина должна быть объектом вообще, и, в частности, быть объектом для сексуального увлечения и удовольствия, опять же, мужчин. Да, почему? Потому что патриархальное общество, оно обычно гетеронормативное. Да, то есть там единственный формат отношений приемлемым является гетеросексуальное отношение. Соответственно, сексуальность женщины, да, она вот как бы легальная только в гетероформате. Причем женщина, да, женская сексуальная женщина в этих сексуальных отношениях, опять же, обязана быть пассивной. Женская сексуальная активность не поощряется как минимум, а иногда и прямо запрещается. Дальше. Причем, надо тоже вот такой термин интересный, есть он английский, называется double bind, двойное послание. Это когда есть две практически противоположные установки, которые, да, тем не менее, складываются в очень такую вот странную конструкцию. Вот, например, с этой объективацией сексуальной, она, с одной стороны, женщина обязана быть сексуально активной, особенно, да, сейчас с развитием всей этой секс-индустрии, но при этом, опять же, предписывается, что женщина обязана быть скромной, да, и невинной, и ограничивать свою сексуальность. Вот, это и есть двойное послание. Следующее. Женщина обязана быть умной, да, как вот девочкам говорят, что вы должны учиться, потому что мужчины не любят дур. Но при этом, опять же, женщина не должна показывать своего ума как-то отдельно, специально, а то мужчину уже можно подавить, он испугается и бежит. Я сейчас не шучу, это все как бы девочкам-подросткам, это все говорится прямо вот словами через рот. Причем и иногда и родственникам, и иногда учителям. Вот. Вот я недавно читала статью о том, что в России ввели класс, разделенный на девочек и на мальчиков, причем не с феминистской позиции сепаратизма, а с позиции... А наоборот, они ввели этот класс, потому что
часть родителей и учителя были уверены, что девочки подавляют мальчиков просто тем фактом, что они лучше учатся. Вот, они чаще отвечают у доски, отвечают лучше, мальчики превращаются в совершенно угнетенную группу, не могут учиться, поэтому их надо немедленно разделить, чтобы, в общем, мальчики чувствовали себя хорошо. То есть на девочек возлагается ответственность за успешное обучение мальчиков. Про ответственность за, так сказать, благополучие мужчин я еще дальше скажу. Женщина, да, если мы переходим к отношениям, должна нести ответственность за само наличие или отсутствие у нее отношений, за их начало, за их развитие и за продолжение. Она обязана правильно привлечь мужчину, этому посвящено 90% содержания женских журналов. Там так написано, как привлечь мужчину, книжки. Я тут недавно зашла в Библиоглобус, и там буквально вот такой вот стеллаж посвящен, значит, вопросу, как привлечь мужчину. Причем она обязана правильно вычислить и выбрать хорошего мужчину. Потому что если вдруг окажется, что мужчина по каким-то причинам плохой, да, там абьюзер, или там, не знаю, у него есть какие-то зависимости, или он ужас плохо зарабатывает, то ответственность за это будет опять же на женщине. Она там или довела, или просто неправильно выбрала, да, куда вы смотрели. Вот. Дальше она обязана, именно она обязана поддерживать отношения, то есть, ну, как бы, да, развивать эти отношения. Это не обязанность мужчины ни в коем случае, только женщина. Но при этом, да, вот этот тот самый дабл-байнд, она не должна ни в коем случае пилить. Вообще эта тема очень интересная. Я на протяжении, кажется, 5 лет пыталась выяснить у знакомых мужчин, что такое пилить, что они под этим словом понимают. В общем, в конце концов я выяснила, что они под словом пилить иногда понимают любую попытку выяснить отношения. Да, там, ну как, любую попытку. Считается, что женщина, да, должна развивать отношения, но при этом отношения, ну, это такая вот естественная штука, они как бы вот так, надо тихонечко как-нибудь развивать, а вот при попытке, да, там, выяснить там свои границы, например, да, или выяснить, что вообще происходит, какая перспектива отношений, да, какие у нас сейчас отношения, какие они должны быть, да, это все начинает называться пилить. Вот. Нет, иногда пиление, да, под пилением понимается действительно психологическое насилие, вот как бы тут я совершенно согласна, но иногда под этим понимаются просто любые попытки. Вот. И женщина, соответственно, должна вовремя закончить отношения. То есть, если отношения заканчиваются плохо, да, насилием, то опять же в этом начинают обвинять именно женщину, что вы же должны были уйти сами, вычислить момент, когда надо было. Вот. Дальше. Женщина должна нести ответственность за детей. Причем самое интересное, иногда получается, что она должна нести ответственность просто за детей еще до их всякого зачатия. То есть она обязана прилагать усилия, да, там, любой ценой зачать и родить ребенка, потому что в этом есть ее высшее предназначение. Но при этом, да, несмотря на то, что это ее высшее предназначение, зачать и родить она должна для себя. Потому что когда, да, там, когда случаются какие-то проблемы, даже если не случаются какие-то проблемы, а если она просто хочет, чтобы ответственность за ребенка разделить с отцом ребенка, выясняется, что она рожала его для себя. Вот. Если она, не дай бог, хочет разделить эту ответственность еще и с государством, ей объясняют, что государство вообще тут тоже ни при чем. Хотя там буквально за 9 месяцев до этого и со всех телеканалов, и со всех улиц неслось «рожай, рожай, рожай, нас сейчас скоро захватят инопланетяне, и мы должны немедленно, да, поднять демографию». Вот. Когда демография поднимается, выясняется, что это все женщины как-то сами для себя. Да, женщина должна понимать, что ребенок не мужчине не нужен, не государству особо не нужен, даже если они этого ребенка требуют. Дальше. Женщина должна выполнять обслуживающую роль. Ну, возвращаясь, да, к объективации, к тому, что она должна быть объектом, должна выполнять
играть именно обслуживающую роль, даже если она хочет быть, да, делать карьеру, например, да, постоянно к ней возникают вопросы, а как же вы, значит, совмещаете свою вот эту субъектность, да, с вашей обязанностью выполнять обслуживающую роль тоже, то есть быть заботливой женой, да, там, заботливой матерью, которая, там, не знаю, обслуживает ребенка, не знаю, там, должна готовить 33 обеда в день, там, убираться ежедневно, вот. То есть я читала несколько интервью с женщинами, да, которые там сделали карьеру, которые являются начальниками. И в отличие от мужских интервью, в них постоянно есть вот, это вот, этот вопрос, а как же вы совмещаете карьеру и семью? У мужчин никто не спрашивает, как вы совмещаете карьеру и семью, и как относится ваш супруг? Да, как относится ваш супруг к вашей карьере? Для меня это какой-то странный вопрос, потому что почему я, собственно, должна спрашивать у кого? Вот. Они считают, что как бы женщина, она же, ну, не совсем то же самое, что человек, мужчина. Она поэтому должна как-то вот ориентироваться на мужское мнение насчет его карьеры, даже если их не спрашивают. Вот. Дальше. Женщина должна считать себя и свою сексуальность объектом, более того, не просто объектом, а товаром. Товаром, который можно обменять на некоторые ресурсы. Это не всегда деньги. Иногда это, да, там, статус замужней женщины, это безопасность, это, да, еще что-то такое, но это все равно объект. И это, кстати, приводит к довольно печальным результатам. Во-первых, да, вопрос проституции и трафикинга, а во-вторых, если долго говорить женщине, что ее, то есть даже не женщина, а девочка, что ее сексуальность — это объект или товар, то довольно многие девочки начинают в это верить. И потом, более того, они пытаются, да, так и делать, да, то есть они пытаются обменивать это дело на ресурсы, что приводит, во-первых, к и больше уязвимости, да, для сутенеров, да, то есть как бы вот, так сказать, усилия трафикеров, к сожалению, ложатся потом на довольно благодатную почву в виде установок. Вот. А во-вторых, это приводит просто, да, к тому, что вот эти установки, да, они настолько сильные, что женщины сами начинают, да, грубо говоря, выставлять счет за отношения. Причем даже тем мужчинам, да, которые, в общем, ни о чем таком их не просили, которые просто пытаются, да, с ними познакомиться, еще не там, вот. А они там пытаются выставить им счет и, ну, как бы, говорят, что, ну, как же, типа, делала себя красивой ради мужчин, конечно же, для себя, ради мужчин же все делается. Это довольно печально, да, некоторые считают, что вот дальше начинаются разговоры про природную женскую меркантильность, хотя никакой природной женской меркантильности не имеет никакой связи, это просто, да, так работает вот этот вот гендерный стереотип про то, что женщина обязана быть сексуальным объектом, обязана себя обменивать на ресурс. Вот. Дальше. Гендерные стереотипы, которые направляются на мужчин. Одной из главных идей гендерных стереотипов, которые направляются на мужчин, да, что мужчина должен быть не как женщина, это главное. То есть, да, вот мы берем гендерные стереотипы, которые женские, просто переворачиваем их и получаем мужские гендерные стереотипы. То есть, если женщине говорят, что она должна быть объектом, должна быть пассивной, да, не знаю, там, должна слушаться мужчину, и все такое, то у мужчин ровно наоборот. Он обязан быть успешным и социально, и финансово. Он обязан иметь высокий социальный статус, обязан быть лидером. Он должен быть агрессивным и в социальном плане, и даже в сексуальном плане. Он должен быть вообще антиженственным, то есть при попытке
все-таки, да, как-то, чтобы сделать хоть что-то, что, да, вот как-то приравнивать его к женщине, да, он немедленно становится объектом для оскорблений, оскорблений, да, ты не мужик, ты баба. Вот. Соответственно, мужчина должен быть сексуально гиперактивным, да, женщина должна быть пассивным, мужчина должен стремиться к власти. Да, появляется вот эта норма антителесности. Мужчина, да, там не должен как-то задумываться, да, о своем теле, да, быть в ладах, грубо говоря. Там, не должен за ним ухаживать, это часто приводит к тому, что, да, там, мальчиков не приучают к гигиене, если приучают, то они как-то начинают, да, там, типа, я чё, баба, короче, блиц стрессуется. Вот. Мужчина должен быть, да, вот, грубо говоря, антиэмпатичным, то есть, да, вот это вот отрицание эмоций. Причем, если человек отрицает свои эмоции, то он и чужие эмоции тоже в конечном счете начинает отрицать, что приводит, да, к снижению эмоционального интеллекта, так называемого. Мужчина перестает и свои эмоции чувствовать, и перестает обращать внимание на чужие эмоции. Да, это антиэмоциональность. Обратная сторона сексуальной объективации женщины, да, там, типа, что женщина там, должна обменивать себя на ресурсы, это мужчина должен платить за возможность сексом заниматься. Из моего опыта это был довольно интересный разговор с дамочками, ну не только дамочками, и мужчинами, где-то вот возраста 45-50, которые, да, так на правах умудренных жизненным опытом рассказывали мне, что это что, нельзя баловать мужчин, значит, бесплатным сексом, который не обменен на статус, да, замужней женщины, то есть не обменен на брак, не обменен там, не знаю, там, на какую-то покупку шубы, помады, не знаю, вообще чего-нибудь. Но главное не деньги. Нет, если это обменивается на деньги, то это проститутка, это же ай-яй. Нет, а вот если там шуба, там, не знаю, туфли, не знаю, поход в ресторан, там, кофе, там, все такое, вот как раз нормально. Вот, ты что, ну, как же нельзя же, бесплатно, они же, это же называется разбаловать мужчину, он же потом начнет думать, что так и можно. Вот, значит, то есть, такое вот, значит, обвинение в демпинге. Вот. Вот, и опять же, да, опять же, вот эта норма гетеронормативности, и она переносится на мужчин. То есть гомосексуальность мужская подается как отказ от мужественности, отказ от мужской идентичности, то есть гомосексуалов, он как бы падает, значит, с мужского пьедестала, да, и там, ты не мужик, ты баба. Вот. Поэтому гомосексуальность, она в основном, да, вот агрессия к гомосексуалам, она часто связана с тем, грубо говоря, мужчины ведут себя с геями так, как они, в общем, хотят вести себя с женщиной. Вот. И боятся от активных, да, вот, от активных гомосексуалов, они боятся того, что, да, вот, он будет вести себя с другими мужчинами так, как мужчины будут вести себя с женщинами, да, вот, а пассивов, пассивов, да, опять же, в кавычках, потому что я не люблю это разделение, они считают, да, бабами. Ну, в общем, да. Вот. К чему приводят мужские гендерные стереотипы, да, как бы, просто я недавно об этом читала, феминистки это называют хрупкой маскулинностью, ученые называют это мужской гендерно-ролевой стресс. Такая штука – это стресс, когда возникает он, когда мужчина или вынужден исполнять женскую роль, или когда ему тяжело поддерживать вот эти вот стандарты традиционной мужской роли. Стресс – это
это появляется и от несоответствия, да, установок в голове, которые он считает нормой. Во-первых, да, там вот, вот эти вот установки не соответствуют реальному положению, во-первых, а во-вторых, стресс появляется просто как ответная реакция на неизбежное давление, да, которое оказывается у мужчины, когда он, да, пытается вот, отказаться от вот этой мужской, в кавычках, роли. Откуда это все на нас падает? Оно падает не с Марса и не с Венеры, оно, как бы мы сами это делаем. Это называется красивым словом гендерная социализация. Это воспроизводство гендерных моделей, причем воспроизводство всеми способами. Источниками являются как наша культура патриархальная, да, источником является государство, да, как машина насилия, которая в том числе издает законы, да, которая заворачивает вот эти вот гендерные роли в законы. Источниками являются сами люди, да, не стоит думать, что это все какое-то, да, вот злое государство и какие-то, ну, злые книжки, а мы тут вот ни при чем. Мы тоже воспроизводим эти гендерные стереотипы. Причем мы начинаем, да, прививать их детям фактически с рождения. Да, то есть это, как мы их прививаем, начинается все с рождения буквально, когда родители идут в магазин. Что мы сейчас видим в детских магазинах? Мы видим гендерную сегрегацию, гендерную ориентацию всех товаров. Да, то есть к этому подключился наш дорогой капитализм, к этому подключились, да, маркетинговые исследования. Мы идем в магазин, видим, во-первых, физическую гендерную сегрегацию, да, отдел для мальчиков, отдел для девочек. Физическую гендерную сегрегацию, в смысле цветовую дифференциацию штанов. Натурально, девочки розовые, мальчики голубые. Мы видим, если мы говорим, да, про одежду, среднюю, менее удобную одежду для девочек и более удобную одежду для мальчиков, потому что одним из, да, самых главных детских гендерных стереотипов является, да, прививаемая пассивность девочек, то есть девочка не должна быть активной. Мальчик может там бегать, падать, рвать там штаны, там, если мальчик порвал штаны, ну мальчик, ну что ж с него возьмешь, да? А если девочка вышла, значит, в вот такой вот юбке, упала в песочницу, то просто вообще конец света. Вот. Ну, то есть я натурально видела это в песочнице, то есть когда выводили девочку чуть ли не в белых колготках и в белом платьице, а потом ругали ее за то, что она стала ногами, да, то есть на колени в эту песочницу и покопалась в песке. Вот. То есть, видимо, девочка в их понимании должна сидеть на лавочке в 3 года, не знаю, смотреть на птичек, потому что больше ничего в этом платьице сделать нельзя. Вот. Дальше, да, там, кроме цветовой дифференциации и, да, вот этого удобства, да, для ребенка, товары еще и прививают вот вполне стереотипы, да, то есть я просто смотрела очень милую подборку, правда, американскую, да, то есть там не было русскоязычных, грубо говоря, товаров, да, то есть на футболке для мальчика написано «я классный», «я там какой-то там, «я всего добьюсь», грубо говоря, да, на футболке для девочки написано «я ненавижу свое, там, не знаю, там, то ли волосы ненавижу, то ли вообще какую-то часть тела». Вот написано, прям «I hate», там, ну, по-моему, волосы она там свои ненавидела. Вот. Кроме такого экстрима, там просто, да, там мальчик, я классный, девочка, я красивая. Мальчик там, типа, я всего добьюсь, девочка там... Я папина любимица. Ну да, я папина любимица. Вот. Просто когда я ходила по русским магазинам, там примерно то же самое. Да, у мальчика, да, ориентация на какие-то достижения, у девочки ориентация, что я должна быть красивая, там, не знаю, должна быть принцесской. Вот, должна быть любима родителями или кем-нибудь еще. Вот. Ну, то есть, да, это вот такие штуки, с которыми дети, родители сталкиваются настолько часто, что они перестают, да, воспринимать это как что-то странное. Да? Они начинают, то есть не начинают, а продолжают воспринимать как норму. Потом нам рассказывают, что девочки. С
самая любимая моя гендерная сегрегация, это в игрушках. Да, потому что приходишь в отдел игрушек, опять для мальчиков, для девочек, там все розовое, там все любых других цветов. Вот. Приходишь в отдел, значит, для девочек, это я мучительно пыталась найти нормальную игрушку для своей племянницы. Приходишь в отдел для девочек, да, которые уже там не 3 месяца, а там уже 5 лет. Там у нас что? У нас там наборы посудки, у нас там наборы мамина помощница для уборки дома, у нас там наборы для ухода, да, вот как бы пупсы и наборы для ухода за детьми. Да, то есть как бы к чему готовить девочек, потому что она будет готовить, именно она будет готовить, потому что никаких посудок в мальчиковом отделе даже близко. Я уж молчу про швабры, которые в девочковом отделе. Никаких пупсов у мальчиков тоже нету. То есть именно девочка будет готовить, именно девочка будет мыть полы, именно девочка будет знать, как да, кормить ребенка из бутылочки. Вот. У мальчиков... У мальчиков наборы пиратов, у мальчиков наборы для науки, там, да, какие-то опыты, у мальчиков роботы, у мальчиков оружие. К вопросу о гендерном стереотипе быть агрессивным. А, еще машинки. Мальчики, мужчины же, они же должны в технике разбираться, в отличие от девочек. Вот. Так работает гендерная социализация. Да, вот гендерная ориентация товаров, я уже про нее. А, и это продолжается. Да, это продолжается с рождения и, собственно, всю жизнь. Это продолжается в детском садике. Про детские садики, их гендерную сегрегацию могу рассказывать часами. Это отдельный триллер. Вот. Да, там мой сын начал приходить с садика, швырять в эту самую... в угол розовую лопатку с криком «Это девочка моя!» Вот, это ужасно! Вот, а почему это ужасно? Потому что женщине быть стыдно. Потому что, да, вот как бы мужчина в патриархате находится, грубо говоря, вот тут, а женщина вот тут. Поэтому, когда женщина пытается, да, тянуться к мужскому положению, ей говорят, куда ты лезешь, собственно. Ты что, как мужик? Вот. Как мужик означает, куда ты лезешь. Мы тут играем в царя горы, иди отсюда. Вот. А когда мужчина, да, пытается делать что-то женское, ему говорят, ты что, вот туда хочешь, да? Ты что, он совсем с ума сошел? Вот. Да, это приводит к установке, что быть девочкой плохо. Объяснить это рационально, естественно, ребенок не может, поэтому он начинает, да, или транслировать просто слова, которые ему говорят, или задумывается, или мы вместе с ним приходим к выводу, что быть девочкой плохо. Почему? Ну, понимаешь, мама, если я буду играть в розовую лопатку, меня заменят другие мальчики. Вот как вот, вам вся, собственно, гендерная сегрегация и все, значит, вот это биологизаторство наших сексистов о том, что, значит, ну, девочки, ну, они же биологически любят розовый цвет. Или там они просто биологически предрасположены к тому, чтобы там любить убираться в доме, любить готовить 3 блюда, там, 33 блюда в день. Там, они же биологически предрасположены, чтобы выполнять 80% да, там, по уходу за детьми. Вот. Собственно, гендерная специализация, она нормализует, да, то есть какие-то вот эти вот все явления, да, мы перестаем воспринимать как что-то странное, да, что-то ненормальное, начинаем воспринимать, что это оно так и должно быть. Некоторые начинают это рационализировать, некоторые начинают подводить под эту научную какую-то базу. Да, вот есть некоторый довольно печальный феномен нейробиолога Черняковской, которая изначально была очень неплохим нейробиологом, просто для меня это особенно грустно, потому что я нейробиологией так отдельно увлекаюсь. Вот, и когда я столкнулась с Черняковской, это было ужасно, потому что, да, и как бы ранние статьи, они совершенно нормальные. Но потом, я не знаю, что с ней случилось, но сейчас она занимается тем, что она подводит научную базу под такие совершенно пещерные гендерные стереотипы насчет того, что женщина должна быть, там, не знаю, пассивной, женщина должна быть там,
ну, в общем, короче, вот такой вот список. Ну, она, это просто бывает немножко шизофреничная позиция о том, что женщина обязана, да, я там многих женщин, грубо говоря, в академической среде слышала позицию о том, что женщина должна сидеть дома, варить борщи и качать детей. Причем передо мной сидит женщина, которая явно в этот момент не варит борщ, не качает ребенка, она сидит передо мной в учебной аудитории. И Черниговская тоже сидела перед журналисткой, значит, такая вся грандама, и рассказывала о том, что женщина обязана, значит, тихо сидеть, киндеркирхе и все остальное. Вот. Как-то так. Что нам со всем этим великолепием делать? Во-первых, любое неравенство, то есть, да, как я думала, во-первых, любое неравенство, любое насилие, которое проистекает из этого неравенства, оно любит тишину. Вот. И одно из главных методов борьбы, с моей точки зрения, то есть не единственным, но одним из главных методов борьбы, должна служить, во-первых, общественная дискуссия, во-вторых, просто-напросто огласка, да, происходящее. Того, что происходит, во-первых, огласка, а во-вторых, да, маркирование это как не норма. Потому что стереотипы, они вот на то и стереотипы, что мы воспринимаем их, да, вот как замыленным взглядом, как норму. Вот, надо говорить о том, что это не норма, что женщины совершенно не обязаны биологически выполнять большую часть ухода за ребенком. Более того, совершенно не обязаны биологически работать на низкооплачиваемых должностях, да, как они сейчас это делают. Ну, просто как это происходит, да, девочки, грубо говоря, говорят, что ты, да, ты не совсем такой же человек, как мужчина, то есть ты должна быть при мужчине обязательно. И вот о чем говорила Саша, это приводит просто к тому, что, во-первых, женщина начинает соглашаться на любые самые низкооплачиваемые должности, потому что считается, что, ну, женщина, она же как бы не для себя работает, она работает, значит, на булавке. А основное количество денег должен приносить мужчина. А раз у тебя, значит, основное количество денег приносит мужчина, значит, тебе можно платить маленькую зарплату. Да, то есть я это натурально слышала, там, не от моего работодателя, а просто, да, знакомого, которому это обсуждал, там, типа, что, как, сколько, по-моему, платишь, вот. Он говорит, не, ну, я же больше плачу мужчинам, ну, им же семью кормить надо. Вот. Это при том, что у нас большая часть женщин, они вообще матери-одиночки. Вот, то есть это еще и действительности просто не соответствует. Мы уже как бы вышли из 18 века, когда, в общем, вот. Дальше, методы борьбы. Политические. Да, то есть как бы надо понять, что нам никто никаких прав никогда не даст, неравных будут неравные. Насчет методов тут отдельный разговор, потому что я не считаю, что токсичную систему под названием патриархат можно победить, да, вот силами одной социальной группы под названием женщин. Вот. Я в этом отношении согласна с Эммой Уотсон, которая говорит, что бороться с патриархатом обязаны и мужчины, и женщины. Во-первых, потому что патриархат для мужчин тоже токсичен. Я не согласна с теми, кто говорит, что мужчины бенефициары патриархата. Нет. Во-первых, мужчины они разные, и при попытке мужчин как-то отличаться, хоть чем-то отличаться от традиционной мужской гендерной роли, да, на мужчин оказывается иногда такое же сильное давление, да, вплоть до физического. Вот. И это совершенно плохо вяжется со словом бенефициар. Вот. Поэтому я считаю, что и мужчины, и женщины должны на равных, да, участвовать в борьбе. Как бы с обеих сторон. Более того, да, я часто слышу, что мужчины тоже угнетены, да, потому что там, их отправляют в армию, да, в России особенно, а женщины, значит, добровольно, а мужчины добровольно.
Я считаю, что вот по таким вопросам мужчины тоже должны вообще включаться в борьбу, потому что пока есть организации, да, которые вот, которые медийно известны, да, я вижу только комитет солдатских матерей. Комитет солдатских отцов, кстати, нет. Есть разнообразные антивоенные группы, но они менее известны. В них мужчины представлены, но вот опять же, да, комитет солдатских матерей есть, он есть давно и ведет большую, да, борьбу, комитет солдатских отцов нет. Вот. Я не считаю, что есть какие-то вот отдельно мужские и отдельно женские проблемы. Они как бы общечеловеческие. Но, с другой стороны, когда феминисткам говорят, что вы должны заниматься, да, проблемой отправки мужчин в армию, тут как бы вопрос еще и в ресурсах самих феминисток. То есть я вполне понимаю феминисток, которые говорят, что типа окей, но понимаете, давайте мы вот сначала с домашним насилием как бы хоть немножко разберемся, а то мы зашиваемся. Вот с этим. А потом, ну, мы же не против, как бы, мы же не звери. То есть опять получается, что да, как бы мужское благополучие опять должно за это вписываться женщина. Я считаю, что мужчины как бы более тщательнее своими правами, своими и не своими, общечеловеческими правами заниматься. Вот, и политически, и да, культурно, то есть просто говорить о том, что ну вот у нас такой плохой патриархат, что с ним делать. Надо как бы в такую вот ежедневную практику как бы вот потихонечку вводить. Да, вот какие-то вот специальные действия, да, по маркировке не нормы, да, грубо говоря, да, при тебе шутят сексистскую шутку, промаркируй ее как сексистскую, блин, да, это при тебе говорят, что женщина за рулем обезьяна с гранатой, ну, скажи, чувак, что ты несешь, да, тебе ничего не будет из-за этого, но, да, там ты немножечко и себе лицо сохранишь, и да, у человека будет хотя бы какой-то альтернативный взгляд на то, что он бы сейчас сказал. Ну, то есть этот человек хотя бы, да, как бы что-то начнет, возможно, думать о том, что он не так сказал. Потому что если да, человек привык шутить какую-то шутку и считает ее нормой, он будет так продолжать считать ее нормой, если ему не сказать о том, что это не норма. Вот. В общем, как-то так. Я думаю, эта книжка тоже читала. Рассказать хотя бы о причине, да, и о том, что можно сделать. Вот. Ну, наверное, промодерирую. Можно, да, вопрос? Ну, сейчас, наверное, вопрос. Я на всякий случай еще скажу, что там у нас есть два стола, на которых лежат собственно книги, связанные с гендерной проблематикой. То есть, ну, посмотрите, и у нас приобрести. Теперь вопрос можно задавать обеим или одной, или высказываться тоже имеет право. Да, у меня вот вопрос сначала вот к Саше, и он по книге, да. А, исходя вот из логики Кэтрин Массал, получается, что так или иначе, у нас есть свободный предприниматель, и мы знаем, что это такой вроде бы человек, и он мужчина. Но свободный предприниматель быть, скорее всего, не может. И поэтому тут вот какой-то такой рассинхрон. Видимо, не подходит рыночная система для, как бы, для, ну, условного равенства, ну или хотя бы одинаковых возможностей женщин и мужчин. Ну, наверное, ну, я ответ твой знаю, ну, примерно, предполагаю, вернее, но как ты считаешь, вот из логики Кэтрин Массал, она и вообще из логики, ну, как бы феминистской критики, понятно, что она разная всегда. Можем ли мы говорить, что у нас есть какой-то вот четкий такой вот феминизм свободного рынка? Вот мне кажется, что нет. Ну, Катрин Марсал, она как бы, не знаю, может быть, специально, может быть, потому что она еще как бы не достаточно внимания этому посвятила, и не артикулирует четко свои политические взгляды, то есть она не говорит, что она категорически против рынка вообще, вот, что она там, за мировую революцию,
социалистическую, да, коммунистическую, вот, и там и социал-демократам там за реформы какие-то социальные, она себя тоже как бы не позиционирует, то есть она, когда говорит о том, как должно быть, она говорит такие довольно абстрактные вещи. А что касается женщин-предпринимательств, мне кажется, это в той части, где она говорила про то, что женщины начали работать, зарабатывать, некоторые достаточно много зарабатывать, начали некоторые, опять же, небольшая часть, получать возможность домашние дела, и, там, дела по уходу за ребенком, делегировать кому-то еще, но опять же, женщинам, мужчинам, женщинам за деньги. А вот, она в том числе она приводила примеры и женщин-предпринимательниц. Вот, то есть, когда она говорила, что там, какой может быть женщина, там, либо дополняясь мужчину, либо она должна стремиться как мужчина, тоже она приводила пример предпринимательства. То есть, как единичные случаи, это вполне возможно, и примеры такие есть, и там разные истории успеха женские есть. Другое дело, что за ними стоит, опять же, какие обстоятельства социальные, то есть, в какой семье они родились, какие стартовые данные у них были, то есть, это все тоже нужно учитывать. Вот, то есть, единичные случаи такие, конечно, есть, но в целом, проблема невидимости женских потребностей, вот, она как бы, несмотря на то, что вот эти конкретные женщины смогли добиться успеха, и другие еще со сходными данными какими-то могут добиться успеха, для подавляющего большинства эти проблемы, что их потребности невидимы, что они находятся в как бы ущемленном положении, что они мало зарабатывают и не имеют возможности зарабатывать много, что для них по-прежнему груз домашних забот, эта проблема остается. Вот. И, по крайней мере, сейчас она, как бы, хотя какие-то тенденции немножко есть положительные, но не решается без пересмотра политической повестки. Вот. Сейчас будет вопрос про курицу и яйцо. Я люблю его задавать. Мы пришли к мысли, что виной вот этой вот гендерной дисгармонии, этому обоюдному угнетению является патриархат. И при этом, как мы знаем со слов Саши вообще из жизни, в том числе патриархат виновен в угнетении женщин экономическом, социальном и, ну так скажем, их политическому подавлению. А теперь вопрос, что появилось сначала? Откуда взялся патриархат? Мы говорим, что патриархат, ну да, он типа не шлался с Венеры, он нас появляет смотреть на те, и общество нам его как-то автоматически диктует. А появился ли патриархат и угнетение разных гендеров вследствие определенных социально-экономических процессов, или эти социально-экономические процессы подчинены патриархату? Ну, я считаю патриархат, ну, вообще, что такое капитализм, да? Капитализм про неравенство, про угнетение одного класса другим. Я считаю патриархат просто одним из проявлений капитализма. Более того, я считаю, что капитализм появился чуть раньше. То есть капитализм привел к патриархальной системе. То есть раньше, чуть раньше, это когда именно? Патриархальной системе несколько тысяч лет вообще-то. Нет, именно, ну смотрите, да, именно... Эксплуататорское общество, как ты говоришь? Давайте, просьба, поднимать руки, потом... Ну смотрите, я считаю, что вот это соглашение женщины, да, как, грубо говоря, придатка мужчине, которая... там должна быть, грубо говоря, там, муже, это муж, оно произошло из-за, грубо говоря, из-за того, что мужчины, да, подавляли, ну, как, мужчины подавляли женщину, в том числе и физически, то есть она, было реально физическое неравенство, да, у мужчин оказалось больше ресурсов. И раз мужчины стали носителями большей части ресурсов, то есть военный ресурс. Вот это вопрос. Да. Военный ресурс. Я считаю, что да, военный ресурс. Может, я не права. Я чисто считаю. Я как бы упоминал про это.
это основы того, как вот разделились мужчины и женщины, почему они вот так живут, типа вот с семейными. Я вот разные теории слышал. По одна из основных было то, что ну, существующая по истории древнего мира, это то, что когда вот было племя, и как бы у них был то, что называется неограниченный промискуитет. Однако в случае голода этого неограниченный промискуитет заканчивался. И мужчины начинали есть детей и женщин. Ну, как бы. Вот. Поэтому наиболее потом сильные выбирали, мужчины могли защитить отдельных женщин от съедения, для того, чтобы продолжить род. Ой, ну я не помню, честно говоря, я вот читал так по древнему миру. Савокапов, да. Что? Ну как. Да, где-то. Куда-то мне. Да. Сейчас вот я так смотрю, в принципе, поскольку ситуация не очень в принципе отличается, за исключением в том, что ну, с точки зрения мужчин, что опять же вот есть моя женщина и мой ребенок, которых не надо вот побросать капитализму. А вот чужая женщина и ребенок, они как-то вот сами там выбираются, как-то так вот. Ну, должны существовать отдельно. И с точки зрения капитализма, я так понимаю, очень выгодно такое явление в феминизме, как child free. То есть вот эта самая женщина, не отказывающаяся от иметь детей, она становится гораздо более производительна. Ну, слушай, давай я тебе про child free скажу так. Понятное дело, что идея феминистическая, именно феминистская идея child-free, она совершенно не ориентируется на капитализм, да, с моей точки зрения. Давайте мы сделаем капитализм хорошо. А феминистская идея child-free, если я, да, правильно понимаю, это она просто о том, что женщина не обязана, да, заводить детей и вообще семью, если она не хочет. У женщины может быть тысяча и одна причина, по которой она не хочет заводить детей. Все эти причины объективны. И вопрос о том, что заводить женщине детей или не заводить женщине детей, должна решать только конкретная женщина. Во-первых, это первая идея. Вторая идея, я с ней совершенно согласна, что в современных условиях рождение ребенка означает для женщин довольно сильное падение уровня жизни. Да, это там называется красивым словом штраф за материнство. Слово-то красивое, а сама система под ней, ну, как бы, да, которая подразумевается, она очень некрасивая. Вот. Вот. Потому что, да, женщина резко падает в доходах, а иногда доход просто прекращается, причем довольно длительное время. Да? 3 года это не только 3 года. Вот, и некоторые, да, женщины в качестве причины, почему они не хотят заводить детей, да, действительно приводят эту причину, что она не хочет становиться зависимой от других детей, там, от других людей, извините. Потому что рождение ребенка часто, я думаю, даже в большинстве случаев, ставит женщину в очень уязвимое зависимое положение от мужа, от родителей, от ненавидных там государственных работников детского сада, да, там, и так далее, и тому подобное. То есть это такой вот ответ на неолиберальную реформу, что если социальная защищенность снижается, да, то как бы нет уверенности в завтрашнем дне, то есть кто-то, большинство, наверное, все-таки по инерции, ну, или естественно, исходя, конечно, из собственного желания отчасти, исходя отчасти, там это уже невозможно разделить из как бы, социальных факторов, продолжает заводить семью и детей, а несмотря на вот эти вот угрожающие такие факторы, да, кто-то вот проанализировав это все, взвесив за и против, боится.
Есть? Да, ну, конечно, есть люди, которые с главной причиной указывают именно падение уровня жизни, причем не только в деньгах, а еще и, грубо говоря, да, женщина не может путешествовать, часто и во время беременности тоже не может путешествовать, женщина не может делать просто полноценную карьеру, да, там женщина не может, да, я говорю, обычно, потому что, естественно, есть примеры женщин, которые вырастили 5 детей, учась в институте и получив бакалавр, магистра, кандидат наук и всех прочих. Конечно, есть, я за них очень рада. Вот. Но это немножечко ошибка выжившего, да, уверенность в том, что раз я добилась, то все остальные обязаны тоже. Вот. И довольно многие женщины, да, как бы смотрят, к чему просто приводят. Да, рождение ребенка, говорят, о, нет, спасибо. Вот. Я сейчас совершенно не трогаю тех женщин, которые ненавидят детей. Вот прям совсем не хочу их трогать. Это как бы совершенно отдельный разговор. Но к child-free не имеет никакого отношения, хотя child-хейтеров и child-free часто, к сожалению, вот. Так, ну, в общем... По поводу того, что патриархат угнетает как женщин, так и мужчин, как бы, и мужчины не являются как бы его бенефициарами. Как бы, тебе не кажется, что как бы, тут как бы, вопрос еще в том, что мужчины вообще-то тоже как бы, отнюдь не равны между собой, как бы, и тоже делятся на разные прослойки, классы, более привилегированные, менее привилегированные, которые тоже как бы, имеют по отношению там, друг разные привилегии, там, эксплуатируют друг другу. Ну, например, понятно, да, что ну, какую выгоду получает там мужчина от того, что там женщины, по крайней мере, его класса, его там, ну, как бы женщины его там обслуживают там, в бытовом и сексуальном плане, то есть как бы совершенно несопоставимо с его там, тратами на шубы и туфли, как бы, если, в общем-то, весь как бы, этот объем, как бы, в общем-то, обслуживание брать, то, например, от того, что мужчины как бы идут в армию, от этого. Как бы, в общем-то, выгоду получают как бы отнюдь не женщины, а более привилегированные мужчины, которые, в общем-то, как бы управляют государственной политикой, как бы, и, в общем-то, конкурируют там с привилегированными мужчинами других государств, и таким образом решают вот, какие-то там проблемы. Например, когда мужчина как бы жалуется на то, что как бы его дискриминируют как бы по сравнению с женщиной, тем, что, например, там в армию призывают, как бы, а женщину нет, то как бы, в общем-то, тут вопрос в том, во-первых, а кто принимает решение о том, что его призывают, там что в Генштабе одни феминистки сидят, или все-таки это решение принимают более привилегированные мужчины, как бы. Женщины, если среди таких привилегированных групп, которые принимают такие решения, есть, то это хоть такое единичное исключение. Ну и второй как бы, вопрос в том, как бы, в общем-то, кто, собственно, имеет возможность вообще потребовать какого-то соблюдения там, или наказать за несоблюдение как бы, патриархальных стереотипов женщин и мужчин. То есть если как бы, в случае женщин это как мужчины, по крайней мере, их класса, так и более какие-то привилегированные женщины, то в случае мужчин как бы, это никак не женщина, потому что женщина, она максимум, как бы, что может сделать, это вот как сказала Ханна, там пилить, да, вот что как бы, чтобы мужчины под этим не понимали. То есть как бы буквально, в общем-то, как-то потребовать соблюдения каких-то, в общем-то, норм и наказать за несоблюдение, в общем, мужчин тоже могут, фактически только более привилегированные мужчины. Вот как вы на это смотрите? Я вот по палочку. Да, кажется, отвечаю я тебе, Марина. Более того, из всех, так сказать, версий и изводов феминизма мне нравится интерсекциональный феминизм, центральный. Я знаю, концепция которого является пресечение, да, привилегий и уязвимостей, которое, собственно, говорит нам о том, что вот это вот разделение, да, на две большие группы мужчин и женщин, они несколько искусственные, потому что мужчины внутри этой большой группы, которая не является группой, потому что она не является, грубо говоря, да, вот, жесткой, оформленной группой с каким-то единым мнением, поведением и так далее. И женщины тоже не являются такой же сплоченной группой с каким-то единым мнением и поведением. Да, внутри этих вот больших групп есть группа, да, то есть я, например, да, Ханна Николаенко, я же
да, вхожу в социальную группу женщины, вхожу там, не знаю, в социальную группу, там, да, которая определяется там по расе, грубо говоря, да, то есть я там не белая, да, там, можно сказать, цветная, не цветная, как угодно. Вот, я вхожу там, не знаю, в социальную группу, которая у нас определена как там вот это представители, да. То есть я одновременно вхожу в несколько социальных групп. Более того, да, права, потребности всех этих социальных групп могут пересекаться, да, то есть более того, там права женщин, да, могут там входить с правами, да, в какую-нибудь еще социальную группу. Да, мужчины бывают уязвимы и бывают привилегированы по отношению друг к другу. Более того, есть женщины, которые находятся в более привилегированном положении, чем, например, мужчины. Например, я да, по отношению, грубо говоря, там, к белому цисгендерному гетеросексуальному мужчине, о котором так говорят, я нахожусь в уязвимом положении, но при этом да, мигранты Средней Азии по отношению ко мне находятся в уязвимом социальном. То есть я по отношению к нему более привилегирована, потому что я гражданка России, да, там, у меня есть свое жилье, да, у меня есть какая-то работа, которая это, там, не 15 тысяч в месяц, у меня есть, да, там, понимание, куда идти в случае нарушения моих прав. У мигранта Средней Азии, несмотря на то, что он мужчина, да, ничего этого нету, и он по отношению ко мне находится более, во всяком случае, да, экономически, более угнетённом положении. Но при этом его жена по отношению к нему еще более уязвимом положении, чем он, потому что, да, из-за традиционалистских религиозных патриархальных установок, да, да, там этой женщине может быть вообще не разрешено там. Не хочу, вот как я рассказываю. Ничего не разрешено, буквально выйти из дома тоже не разрешено. Вот. Вот это и есть пересечение привилегий и пересечение уязвимости. Можно я сразу ремарку вот буквально? Я не хочу воспроизводить миф о черном насильнике, неважно. Нет, вот человек, например, даже не будучи россиянином, но, ну, например, у тебя есть своя квартира в Москве, а у него нет, а он там, ну, живет на улице или там в парке живет, да? И он, конечно, типа, если вот исходить из такой логики интерсекционального феминизма, он более уязвим, чем ты. Но, например, ну, между прочим, он является потенциальным насильником, потому что он относится к группе мужчин, и, женщины все равно это группа, которая, ну, как бы, процентно находится в опасности изнасилования. И даже вот, ну, как бы это, даже самая богатая женщина, какая бы она ни была, даже та же Собчак или кто-либо еще, она там зависима от институтов наследства, она зависима, ну, как бы, от того, что у нее действительно есть угроза изнасилования, потому что просто она женщина. И это, типа, мне кажется, это очень важно, не надо об этом забывать. То есть. При всем. Окей, забывать об этом нельзя, но я не понимаю, о чем мы спорим. Да? Я говорю о том, что в разных ситуациях, в разных один и тот же человек по отношению к другому человеку, разные сферы, да, разные его, грубо говоря, социальные ипостаси находятся вот в этих вот сложных, пересеченных, да, взаимоотношениях друг с другом. Я как гражданка России по отношению к нему привилегирована. Я как женщина по отношению к нему, да, допустим, более уязвима, да, потому что он мужчина, да, я там женщина. Правда, если он мужчина, да, там, ну, грубо говоря, с, ну, во-первых, если он гомосексуалист, а во-вторых, если он является, да, там, не очень физически здоровым человеком, который, да, не может проявлять сильную физическую, да, какую-то активность, то у нас, опять же, шансы уравниваются. Нет, его, за ним будет ходить его мама, например, и сколько мы знаем этих примеров о том, что его обслуживать будут женщины. Я не... То есть вот это тоже не надо стирать, о том, что он будет обслуживать женщины. Хорошо, мы к какому хотим прийти к выводу? К
какому ты хочешь сейчас прийти вывод? Я, можно тогда я сейчас выскажу тот вопрос, который, простите, что я так без очереди? Мужчина изначально глубинно более привлекал, чем женщина. Нет, вот тут высказывались несколько вот, и от тебя, и от Саши, как бы я с вами согласна по многим пунктам, но вот, например, когда вы говорите о радикальном феминизме, во-первых, есть миф, да, о большом радикальном феминизме, что это какие-то сепаратные феминисты, которые хотят ехать в лес, притом мы знаем, что это лес, он принадлежит как бы там... там Абрамовичу, Дерибаски и все остальное, туда просто так не уедешь. А по поводу идеи сепарации, да, это если мы говорим о сепарированном феминизме, то это мы никуда не уезжаем, мы как бы захватываем университеты или захватываем правительство, или делаем так, чтобы мужчин в правительстве, это, конечно, в идеале. Но там 30% мужчин, 70% женщин. Это, как минимум, не поровну, нет. Потому что нам надо восстановить как бы тот большой опыт как бы угнетения, который воспроизводился на протяжении нескольких столетий. И поэтому, когда мы говорим, что мужчины не бенефициары патриархата, ну да, мы все, наверное, угнетены, но просто все истории, даже, например, со Слуцким, или истории со властью, или вот, например, ты приводила, Хана, пример, что кто-то ругает женщину за рулем, скажи ему, что он сексист, и все хорошо. Но мы знаем такие истории, что... А? Нет, я этого не говорила. Нет, я не говорила слово «хорошо», которое... Маркируй его, то есть вот такая форма борьбы. Да, это понятно. Но иногда ты, когда больше всего власть действительно находится в руках мужчины, и женщины в подавляющем большинстве не имеют власти, даже у нас в университете, ты не можешь лектору, например, сказать о том, что, ну, вы говорите что-то не то. Если ты скажешь один раз, два раза, ты уже как бы больше, ну, как бы не сможешь этого говорить. У тебя будут проблемы. Ты обращаешься в профсоюз, например, и тебе там говорят, ну, вы лучше не используйте феминитивы, как бы чего не вышло. Ты вроде не используешь феминитивы. Я не буду называть вам. Мы вроде не используем феминитивы, и все равно как бы администрация вуза запрещает женщинам проводить как бы мероприятия. То есть, мне кажется, не надо сглаживать то, что даже и самые высокостатусные мужчины, и низкостатусные мужчины как бы пользуются своей властью вот, как бы, вот, на раз и на два. То есть, вот, мне... Это вопрос власти и привилегированности одних мужчин над другими людьми, и мужчинами, и женщинами. Да. Женщины статистически больше угнетены, больше уязвимы. Почему, я уже рассказала. Но говорить о том, что все мужчины бенефициары патриархата, я отказываюсь. Ну так это отвечу, да? Я просто видела, Светка, своими глазами вот это вот не один раз и не два, когда женщины поначалу вроде бы приходили в какие-то общие политические организации, ну, например, левых организаций, я это видела, и потом постепенно куда-то они там вот кучковались и какие-то свои начинали собираться в своих там кружках, заниматься своими делами там, и создавали в итоге свои организации. Вот, то есть как только поднимается вообще гендерная тема внутри политической организации, это через несколько итераций приводит к тому, что ей начинают заниматься как бы женщины отдельно вообще. Отдельно. Вот. И в итоге вот в программе это не отражается. В общеполитических мероприятиях это не отражается. Вот. И в итоге как бы представительство вообще женщин в политических организациях снижается, потому что они вот уходят заниматься своими делами. Ну, простите, да, просто я еще отвечу. Ну, потому что почему я не говорю о том, что мужчины не должны заниматься, например, профеминистской повесткой. Но они, когда ей занимаются, они думают, что они могут также наравне, например, с женщинами поднять там феминистский флаг также ровно вещать. При том, что не чекая совершенно свои как бы, категории власти. Например, почему женщины из политических организаций уходят? Так потому что их там, извините, насиловали их собственные товарищи. И для нас это не секрет. Нет, ну правда, то есть и насилие было, и харассмент, и ну как бы все остальные эти цветы. Просто женщины, и женщины понимают, лучше мы уйдем, как бы сейчас, да, мы, возможно, недостаточно сильны, но в ближайшем, конечно, необходима там женская феминистская партия, сначала, конечно, без мужчин, потом, ну, только, может быть, сочувствующими, которые будут реальной политической силой. Нет, радикальные феминистки хотят по как бы, политической власти. То есть, если бы у нас было Навальное, то был бы прекрасно.
прекрасно. Даже со сыном. Ну, то есть... Ну, кстати, вот эта вот политика «выбери женщину» мне, например, не нравится. Потому что вот Навальная гораздо хуже, чем вменяемый, более вменяемый экономический Юлинский. Да, если мы говорим про имена. Я там, допустим, на ближайшем выборах на Юлинского, допустим, не голосовала, но социал-демократ, мужчина, который собирается отстаивать социал-демократическую повестку, лично для меня гораздо более привлекательная фигура, чем женщина ультралиберального толка. Ну, извините, ну я же привела конкретный пример с Навальным. Берни Сандерс и Хиллари Клинтон. Ну, это немного другого формата. Они как бы, ну, как бы транслируют как бы мужскую, ну, вот этатистский, вот этот государственный неолиберализм. Товарищи, давайте. Просто это не изменится никогда, если... Ну, во-первых, я как бы не очень с этим согласна, что это вообще, в принципе, эта проблема, она в таком прям масштабе существует. Но если она существует, то она от сепарации точно не изменится, если никогда не решится. Давайте дальше. Окей. Я захвачу сейчас те три минуты, которые я себе понял. То есть я, во-первых, хочу сказать по поводу капитализма и так далее, что понятно, что корректнее говорить, что это классовое общество. То есть сначала тебе происходит разделение труда, и потом вопрос, там, как оно разделяется, там, биологически и социально, он так до сих пор и не решен, потому что у нас слишком мало данных, даже сейчас для этого. Но тем не менее, в какой-то момент это да, выражает уже патриархат, и в данном случае я скорее разделяю позицию Энгельса, чем там, позицию прям Бувар, который считает, что это некая мифология. Вот, ну и последнее исследование, которое есть, это скорее позиция Энгельса, потому что этот вопрос, как мне кажется. Вот. И, соответственно, второе, что я хочу сказать по поводу child free, на самом деле капитализм он разный. Да, вот у Игоря Ясина была такая очень хорошая статья, там, 10-12 назад, называлась «Где и рынок». Вот, я всегда люблю особенно на нее ссылаться, вот, ее, по-моему, никто из тех, кто мне советовал, так и не прочитал. Вот, это на самом деле зря. И там он пишет о том, что есть такой капитализм архаичного образца, типа нашего, который занимается там подавлением. Ну, он говорит, собственно, про ЛГБТ-тематику, не про феминистскую. Вот. И он просто подавляет и все. Да, а есть капитализм такого неолиберального образца, который их разбивает на группки, на идентичность и всасывает, поглощает внутрь себя. То есть примерно та же самая ситуация с child free, потому что понятно, что более архаичный капитализм, которому много рабочих сил, но там, так сказать, оригинальная мысль о том, что пролетариат, собственно, и появился от идеи того, что там они могли производить только детей, да, в Риме. Вот. И, собственно, термин отсюда. То есть и в этом смысле там, женщина, она является, потом производит, во-первых, рабов для заводов разного пола, во-вторых, мясо для войны. Соответственно, когда капитализму ему нужно меньше сил, то он начинает использовать, соответственно, child free, который ему более выгоден, потому что ему просто нужно меньше рабочей силы. Но это, в общем, на мой взгляд, проблема капитализма, вот, потому что когда мы вырабатываем свою повестку, вот, ну не знаю, там, капитализму нужен был конвейер в какой-то момент. Не значит, что надо было ломать конвейер. То есть то, что там капитализму нужен там child free или еще что-то, то это, в общем, такой достаточно боковой вопрос. И все-таки я вклинюсь, я не буду с этой напрямую как-то дискутировать именно с ее позицией, потому что она, так сказать, слишком глубокая и может там посвятить, не знаю, там 20 собрать, наверное, там же. Тем более, что, скорее всего, она не будет со мной дискутировать по означенной ею причине, да, по этому поводу. Вот. Но тем не менее, я свою позицию здесь обозначу, что, на мой взгляд, да, я считаю, что мужчина, конечно, является в большей степени бенефициаром, чем женщина по причине своей изначальной привилегированности, но при этом сама эта система, которая складывается, имея своим бенефициаром мужчина, безусловно, эксплуатирует мужчины, причем она эксплуатирует их в каких-то ситуациях не менее жестко, чем женщина. Это Марвин, тот же самый пример.
Хотя армия на самом деле, да, то есть понятно изначально, что армия это не привилегия женщин, а привилегия мужчин, потому что доступ человека к оружию в классовом обществе это привилегия, а не поражение. Но при этом в реальных конкретных условиях эта привилегия, она оборачивается как бы подавлением. Конкретному там Васе Печкину из деревни Нижние Бурсуки, ему совершенно не важно, что он имеет право ношения оружия в сравнении с женщиной. Ему важно, что они пришли там и отправили его, не знаю, в Донбасс, как положено. Вот. И это для него гораздо больше момент. И на самом деле было просто сказано, что женщина там не может на это как-то повлиять и в плане там наказания и так далее. На самом деле это тоже не совсем так, по двум причинам, во-первых, потому что среди них есть просто в нынешней структуре капитализма законодательницы, которые проводят именно наиболее такие жесткие вот консервативные законы. Вот. Естественно, обслуживают какие-то интересы женщин, да, потому что человек там из мужского движения, он посмотрит, сможет там на Яровую, Мизулину и так далее. Вот, поскольку это дело не рефлексирует, он думает, ну понятно, все, у нас патриархат, вот, который там нет, там, и так далее. Вот. А это первый момент. Второй момент, на самом деле, то, что было сказано, Ханна, в принципе, вскользь сказала про то, что есть пиление. Есть идеи, когда пиление – это как бы форма, там просто любая форма выяснения отношений, а есть, когда это действительно эмоциональное давление. Эмоциональное давление действительно может быть очень жесткое по причине заработка, по причине того, что не соответствует образу мужчины и так далее. Тут может всплыть до суицида и все прочее. Так, и проблема тут состоит не в том, что мужчина не угнетается, на мой взгляд. То, что мужчину угнетает мужчина, и женщина угнетает мужчина. И даже вот, несмотря на эту новую такую фишку нового капитализма, что все это, оно делается как бы через женщин, да? Как в этом как в случае там, с Зульной работой и так далее. Да, по поводу вот Чиатри и Бестрика, да, мне кажется, все проще. Не то, что капитализму выгодно, чтобы там, люди меньше рожали. Это просто либеральная совершенно логика. Это твои проблемы. А вот, это твой выбор. То есть, если у тебя нет достаточно, если социальные гарантии тебе существующие как бы достаточно в плохом качестве, да, тебе не позволяют сохранить уровень жизни после рождения ребенка, да, если ты боишься, как ты будешь существовать, если ты боишься там зависимости какой-то от мужчины, например, да, в связи с рождением ребенка, не рожаешь. Вот, то есть это вот как раз такой легкий способ уйти от этой проблемы. Поэтому, ну, это может быть опосредованно как-то вот выгодно, чтобы не расширять социальные гарантии, чтобы не ставить проблемы на государственном уровне. Ну, вот только вот так опосредованно, а не то, что само по себе рождение детей невыгодно капиталистам. По-моему, даже верующие еще были санта. Вот там Сава сначала был. Сава, потом Андрей, потом Марина. Хотел сказать, я вот в сторону наших мужчин буду, я заметил, что мы все там какие-то основы марксизма как бы знаем, есть такое понятие, как классовая война, класс и классовый предатель. Вот раньше в пролетариат, ну, как бы, было понятно, что вот человек пролетарий, он отстаивает интересы своего класса, пролетария. Вот очень часто сейчас получается, что если мы смотрим по женщинам, они оказываются очень часто предателями своего гендера и стремятся к максимальному угнетению и подчинению. То есть я вот редко встречал аргументированный такой вот серьезной критики, допустим, женщин со стороны мужчин, особенно мужчин, которые, ну, как-то вот не маргинальные, а вот так более-менее адекватные. То есть не очень... А если мы видим примеры, как то, что называется, бодишейминга, еще каких-то вещей, то обычно это именно женщины критикуют других женщин о том, что они не соответствуют, таким образом повышая свой собственный статус перед ними. Кроме того, вот те прекрасные вот книги,
который о том, как там поймать, ой, ну как, а, ну да, извиняюсь, это полу, так, как это, женить мужчину, да, они же, я так понимаю, покупаются-то, в общем-то, женщинами. Я так понимаю, что вот на рынке книгопродукции они весьма популярны. И я не думаю, чтобы их читали мужчины. Ну, то есть, я думаю, что и какие-то мужчины их читают, но все-таки... Ну, дело в том, что мы не будем брать... Работа такая вещь, можно разное написать. Много все стерпит. Да. Я знаю, о чем ты хочешь поговорить. Ну да, ты знаешь, почему это происходит? Происходит это ровно потому, что почему вот я тебе только что рассказала про гендерную социализацию. Она приводит к тому, что патриархальные установки в голове конкретной женщины начинают восприниматься как единственно верная норма. И она потом начинает, а, воспроизводить ее, б, очень агрессивно и жестко отстаивать. И это, например, выливается в феномен Мизулиной, да, которая сейчас проводит ультраконсервативную жесткую гендерную политику. И это приводит к очень жесткой критике одних женщин по отношению к другим женщинам. Там обвинения в слат-шейминге, обвинения, да, там в несоответствии стандартам красоты. Во-первых, это да, норма, во-вторых, ситуация с телом, она вообще интересная, потому что я уже говорила, да, о том, что женщина, да, обязана соответствовать стандартам, обязана прилагать к этому специальные усилия. Почему? Кому обязана? Вот спроси женщин, кому они обязаны. Они тебе ответят, что они обязаны самим себе. Но на самом деле они обязаны мужчинам. Это патриархат. Да, это патриархальные гендерные установки. Девочки говорят, что она должна быть красивой. Потом девушки говорят, что она должна быть сексуально привлекательной. Более того, должна прилагать специальные усилия для того, чтобы, да, быть сексуально привлекательной. Примерно такое, как вот, на картинке мужских журналов. Вот. А потом ей некоторые мужчины начнут, да, развивать ту же самую мысль, а потом ей некоторые женщины начнут развивать ту же мысль в женских журналах, да, там говоря о том, что нельзя же выйти на пляж, да, там, с лишними волосами на теле, да, в общем, да, там как-то не того размера одежды, который указан в женских журналах. Вот. Да, эти статьи пишут женщины. Более того, под фотографиями женщин, которые, да, не соответствуют параметрам фотомоделей, очень агрессивные комментарии, иногда одни из самых агрессивных комментариев идут именно женщин. Да? Одни женщины называют других женщин жирными коровами и прочими неприятными. Вот. Женщины пишут книги о том, как привлечь мужчин, да, они на Валяева, ой, господи, у Валяева пишут чудесные книги о том, как быть правильной ведической женщиной, потому что если твой муж пьет и лежит на диване, ничего не делает, то в этом виновата ты, ты его там подавила, а теперь неправильно вдохновляешь. Вот. Давай я тебя, дорогая дурочка, научу, как правильно вдохновлять мужчину, чтобы он встал и побежался. Вот. Не очень понятно, к какому выводу ты хочешь прийти, что одни женщины угнетают других женщин, да. Почему они их угнетают? Они их угнетают, потому что восприняли патриархальные установки и теперь их проводят. Во-первых. А во-вторых, они... есть такая психологическая штука, называется солидарность с сильным. Да, они тоже считают, что быть женщиной – это... особенно быть вот такой вот женщиной, да, там, темной. И они хотят быть как сильной, как угнетатель. Поэтому им очень хочется тоже угнетать женщин. Это совершенно не новая штука. В крестьянских семьях было, в общем, такое явление, как большиха. Это, грубо говоря, женская глава семьи был большак, то есть главой семьи считался большак, мужчина, но он в основном ведал экономикой семьи. А большиха,
его жена обычно, она ведала социальными взаимодействиями, и она угнетала девушек, да, всех женщин, да, которые ниже ее в семье по иерархии, и даже угнетала молодых мужчин и мальчиков, да, то есть они тоже были в ее подчинении. Да, это была женщина, которая угнетала других женщин, и это было, да, вот, как бы в крестьянских семьях, то есть это началось совершенно не в 20 веке. Так, ну, я бы хотел немного прокомментировать эту книгу, ради которой мы сейчас собрались. И вообще начал бы с того, что ну, это скорее не исследование, это публицистика, но публицистика, несомненно, весьма полезная, популярная, легко написанная. И, наверное, основной посыл здесь – это даже не сколько борьба за гендерное равенство, сколько, вообще говоря, борьба с идеологией и, в частности, разоблачение того, что модель Homo economics – это, вообще говоря, идеология. И на самом деле Homo economics – это вообще не про человека, по большому счету. Homo economics – это биржевой автомат, вот это идеальный Homo economics. А к человеку это никакого отношения не имеет. Это идеологическая конструкция, навязанная, в общем-то, силами капитализма. И большая часть книги, она именно про это. И, в общем, у биржевого автомата не то, что пола нет, и у других человеческих качеств. Феминизм здесь, наверное, несколько даже на втором плане оказывается, потому что мысль как бы номер два в этой книге. То есть, как бы, если первая мысль – это то, что Homo economics – это идеология, да, еще раз повторю, что это совершенно неадекватная конструкция, аберрация. Это такое же ложное представление о том, что все механические системы интегрируемы. Да, вот в этом заключалась, например, ошибка механицизма 18 века. Точно так же представление о том, что все игры похожи на дилемму заключенного – это как бы сведение разнообразия задач к одной единственной простой. То вторая мысль тоже достаточно понятна и очевидна, хотя это не означает, что ее не следует лишний раз разъяснять, то, что гендерная поляризация связана с воспроизводством людей, а не с воспроизводством вещей. Да? Если капитализм – это поляризация, условленная производством товаров, то разделение на гендер – это социальная поляризация, обусловленная воспроизводством людей. И отсюда достаточно легко сделать вывод, если мы взглянем на прошлое, что, вообще говоря, гендерная поляризация, патриархат – это скорее все-таки реальность уходящая. Но это не потому, что капитализм такой хороший, да, потому что капитализм просто совершенно все равно, кого эксплуатировать. И он, в общем-то, обесчеловечивает одинаково всех. Ну и убедиться в этом достаточно просто. Ну, во-первых, потому что жестко гендерно поляризованные общества существовали задолго до капитализма. Да, капитализму несколько сотен лет, а патриархальные общества, пожалуй, что возникли даже раньше таких классических классовых обществ. Хотя я бы сказал, что гендерная поляризация, это разделение, так сказать, на гендеры, это, возможно, как раз самый ранний, самый древний такой слой класса образования. И очень такое жесткое патриархальное угнетение мы как раз видим скорее в примитивных обществах, чем в обществах современных. То есть в современных обществах это скорее что-то распадающее, ну, которое в конечном счете уйдет в прошлое. Ну и вместе, наверное, с другими классовыми формами. И как отмечалось вот в первом выступлении, да, что в основном речь-то шла вообще о социальном неравенстве
чем о таком специфическом неравенстве гендерном. Гораздо в большей степени. Вот, наверное, какой-то такой комментарий. Ну, это не вопрос, а комментарий, скорее, о книге. Да, интересно, как немножко по-разному, да? Одни и те же книги, разные акценты расставили по-разному. Интересно, если честно. Ну, я, во-первых, хотела как бы сказать насчет того, что как бы, женщина может угнетать мужчину, если она там где-то в Думе там понимает консервативные законы. Ну, как бы, понятное дело, что как бы это не только по капитализму, но в любом классовом обществе женщина может угнетать мужчину, если она его как бы намного превосходит как бы, социальным классовым отношением, в чем намного. Тут она выступает не как женщина, а как представитель как бы, класса эксплуататора. Это, кстати, было всегда, в общем-то, и далеко не только в капиталистическом обществе. Как бы. Тут как бы, дело не в этом. Ну, во-вторых, потому что, как бы, что якобы как бы, в общем-то, что если пиление это эмоциональное насилие, то таким образом женщина может угнетать мужчину. В чем тут как бы разница между мужчиной и женщиной? Что как бы мужчине, как бы, в общем-то, гораздо легче просто встать как бы, и уйти от этой эмоциональной насильницы. Почему? Потому что даже если как бы, в общем-то, данный конкретный мужчина не имеет там, большей зарплаты там, и вообще работы, да, то как бы, на нем, по крайней мере, в общем-то, не висит гендерных обязательств. Ему как бы, гораздо легче просто как бы, найти там, работу, там, снять жилье, чем там, женщине, особенно обремененной как бы, детьми в данной ситуации. Поэтому, как бы, в общем-то, тут как бы, это вопрос только психологии. Прибавив, как бы, выходить там, ну, если он, конечно, не человек с ограниченными, там, допустим, какими-то возможностями, да, то это вопрос чистой психологии, встать и уйти, как бы, а свое там участие в репродуктивном труде, если есть дети, в общем-то, нашему обществу вполне может сократить до самого минимума, и никто его за это не осудит, как бы, особенно если он там жена еще пилила. Как бы. Значит, что касается ЧЛФИ, как бы, что, как бы, вот эта тенденция, как бы, что не нужно много рабочей силы. Учитывая, что child free, в общем-то, преподносится как идеология для там, женщин-карьеристок среднего класса, тут скорее можно сделать выводы, что как бы, на данном этапе как бы, капитализму в первом как бы, и там, отчасти, только отчасти втором мире не нужно много квалифицированной рабочей силы, скорее, потому что воспроизводство квалифицированной образованной рабочей силы, да, которые, в общем-то, потом займут как бы, в общем-то, достаточно высокооплачиваемые позиции там, в общем-то, сектора среднего класса, оно стоит гораздо дороже, чем воспроизводство неквалифицированных рабочих. Поэтому, да, действительно, на современном этапе, в общем-то, образованную как бы, женщину среднего класса, в общем-то, для капитализма гораздо выгодно эксплуатировать так же, как и мужчину, чтобы она там не отвлекалась от репродуктивной, ну, даже на организацию репродуктивного труда, потому что понятное дело, что, скорее всего, у нее там будут там, няни, там эти, но тем не менее, ей все равно придется отвлечься, как бы, в общем-то. Как бы вот женщин, как бы, то есть, как бы, что касается женщин, как бы, менее образованных, или, по крайней мере, как бы, низкооплачиваемых, то, в общем-то, они даже, в общем-то, и до 20 века вполне там сочетали, как бы, репродуктивный труд, как бы, работая там вне дома, как бы, гораздо более низкооплачиваемых, чем мужчину, но, тем не менее, как бы, в общем-то, в истории там просто сидели дома, как бы, и там, как бы, рожали детей, там, это, в общем-то, исключительно там, прослойка там женщин привилегированных классов, поэтому вот так. Вот. Мне еще кажется, что не для, ну, много обсуждали, да, кто, могут ли женщины быть угнетателями, там, в какой степени там, мужчины там, кого угнетают. Вот. То есть это вопрос, по большому счету, кто виноват, да, вот, и можно долго-долго спорить, там, да, вот, но кто виноват и что делать, это иногда немножко разные вещи, и вообще, в принципе, вина и ответственность, это тоже разные вещи. Недавно как раз я в Фейсбуке это обсуждали, мне очередной раз на эту мысль навели, вот. То есть даже если вот там виноваты, как бы, условно говоря, мужчины абстрактно, что из этого следует, что нужно каждому конкретному мужчине эту вину это высказать, то, что он виноват, а зачем? Вот. Или если виноваты там какие-то там женщины, опять же, почему, как бы, за это должна отвечать женщины в целом, да? То есть это вопрос такой абстрактный и... Мне кажется, что важнее все-таки акцентировать внимание на том, что мы можем сделать. А мы можем что-то сделать, не обязательно обвиняя кого-то и
там, а в первую очередь как бы наращивая свою силу, вот, увеличивая свои ресурсы, ресурсы материальные, вот, ресурсы, как бы, связанные с нашим социальным существованием вне работы, да, то есть, и так далее. Вот. И конечно, позитивные тренды есть, вот я замечаю, то есть это в культуре сейчас стало пропагандироваться, и, что там girl power, да, это нельзя сказать, что все прям так плохо, что никаких подвижек нет, то есть на культурном уровне это есть, на экономическом пока что очень плохо, очень слабо, вот, и только для, опять же, какой-то привилегированной части женщин есть эти подвижки, вот, то есть, например, вот стали появляться там школы программирования для женщин, да, потому что есть действительно проблемы в IT-сфере, дискриминация женщин. Вот. Ну, как бы, с одной стороны, сепаратизм. Вот двойственные такое отношение, да, с другой стороны, как бы, если действительно есть проблема такая, что когда женщины учатся программировать, их во время этого обучения, их там чмурят мужчины, что ты там... Может быть, кому-то было очень так. Не знаю, у меня сложное самоотношение, да, но, по крайней мере, вот для каких-то вот частей общества эта проблема начала решаться, начала раздвигаться с мертвой точки. В общем, вообще западная сейчас вот культура, она более стала феминистичная. Вот. Но как бы это для части женщин, да, а вот страны третьего мира, причем даже те, кто живут уже... живут здесь или живут в европейских странах, да, или приезжают там в США на заработки, как бы они, их это совершенно все не касается, да, то есть они несут на себе ту же, испытывают те же самые экономические проблемы и несут на себе ту же самую всю вот патриархальную культуру, то есть это вот немножко для белых пока что у нас феминизм. Хорошо, что хоть какой-то, но вот пока, к сожалению, только такой. Есть же феминизм для черных. Есть. Он прямо ну, так условно вот... говоря, для белых. То есть как бы, проблема белого человека. Это не буквально прям белого, да, а в привилегированной части, да. То есть пока что подвижки эти есть, но вот они пока не для всех. Есть же курдский феминизм, кстати, вот есть. Американский не те. Давайте так. Так, два вопроса. Во-первых, про домашнее насилие. Это мой косяк, это я должна была побольше говорить. Ну, смотрите, штука с этим домашним насилием в чем? С моей точки зрения. С моей точки зрения, домашнее насилие строится на трех китах. Это экономическое положение жертвы, это психологическое состояние жертвы, да, и это, я это называю социальным, да, вот как раз... некоторые социальные установки, некоторые социальные ожидания, да, от каких-то действий людей, которые там находятся, да, вот в этих зависимых токсичных отношениях. В ситуации домашнего насилия я считаю, что, то есть я считаю, оно так и есть. Домашнее насилие, безусловно, да, проявляется и по отношению к мужчинам и по отношению к женщинам. То есть и мужчины бывают жертвами домашнего насилия, и женщины бывают жертвами домашнего насилия. Да, чисто статистически, да, чисто вот количественно, и понятно почему, женщины более угнетены находятся в более уязвимом положении. Почему? Потому что у них все три кита на месте. То есть в среднем у них хуже экономическое положение, чем у мужчин. В среднем более токсичные социальные установки. То есть если женщина, да, уходит даже от абьюзера, на нее сильнее давит общество. В-третьих, у нее из-за гендерных стереотипов, которые ей прививаются еще в детстве, у нее да, хуже, грубо говоря, психологическое состояние, большая психологическая уязвимость, меньше ресурсов психологических, чтобы выбраться из ситуации токсичных отношений. Более того, очень часто одно домашнее насилие, да, по отношению от отца к дочери просто перетекает в отношения, да, такие же отношения с мужем, просто меняется насилие. Вот. Но при всем при мужчины
тоже могут быть жертвами домашнего насилия. Во-первых, не надо забывать, что домашнее насилие – это не только отношения женщины, жены и мужа, хотя в основном, да, в основном, в среднем, опять же, по больнице – это ситуация, да, токсичных отношений мужчины, мужа и жены. Это еще и отношения, допустим, да, там, матери и сына, это отношения, допустим, да, там, старшего отца, да, и сына, да, мужчина в семье может угнетать мужчину, отец может избивать сына, сын выросший может избивать отца. Мужчины в ситуации домашнего насилия, да, если у женщины в среднем работают все три кита, у мужчины обычно, обычно есть исключения. Экономический фактор, да, экономический вот этот кит отсутствует, да, то есть у него более-менее, как бы, есть больше ресурсов экономически выйти, вот, и иногда, да, там спорная, на самом деле, ситуация со вторым китом, да, который социальное положение, потому что, с одной стороны, да, в среднем мужчина, на мужчину будет оказываться меньше социальное давление, если он, да, уходит из семьи. С другой стороны, если выясняется, что он ушел из семьи, потому что его избивала жена, то да, на него будет оказываться очень сильное социальное давление. Ему скажут, что он просто лох, просто вообще чмо, его убила жена, это так ужасно, что, в общем, короче, да. К чему это приводит? Это приводит к тому, что мужчина боится обратиться, тоже, как и женщина, боится обращаться в, да, там, в какие-то центры помощи жертвам, потому что для них это совершенно унизительная ситуация. Вот. Возвращаемся к третьему киту, психологическому. А вот с точки зрения психологии, мужчина, как бы, тоже может не иметь совсем никаких психологических ресурсов, чтобы выйти из токсичных отношений, ровно так же, как и женщина. И отрицать это, да, вот просто вот, как бы, совсем недавняя вот эта вот история американская, где девушка на протяжении многих лет, да, как бы она, ну, как бы, да, садистка склонна к абьюзу, и она на протяжении довольно многих лет да, там, избивала, в общем, как-то мучила своего партнера, мужчину. И просто под этим, под этой новостью в русскоязычной среде появлялись довольно странные комментарии, такие же комментарии, которые появляются к новостям об избиваемой женщине, почему он не ушел. Я отвечу, почему он не ушел, потому что, чтобы уйти, кроме экономического фактора и социального фактора, в первую очередь нужен психологический. То есть он не любил просто? Если у жертвы нет психологических ресурсов уйти от абьюзера, она от него не уйдет, даже если у нее будет в собственности квартира рядом. Так работает наша психика. Когда человек на протяжении многих лет, да, когда ему создают токсичные отношения, да, которые очень сильно влияют на его психику, это, ну, как бы напрямую, да, ломает ему психику настолько, да, создает такой там, стокгольмский синдром или не стокгольмский синдром, там такая вот круговерть начинается, что даже если этот человек экономически независим, бывает. Вот, он от насильника не уйдет. Во-первых, он чисто психологически будет не считать происходящее с ним насилие. То есть его могут регулярно избивать, а он будет думать, что это он виноват. Да? Это будет и мужчина, и женщина. Мужской мозг от женского не отличается. Работают такие же процессы. Автоматические. Вот, поэтому писать, как бы, почему он не ушел, не потому что у него не было психологического ресурса. Вот. Безусловно, женщины более угнетены. Говорить, что мужчина не может быть жертвой, может. Да, вот опять же, да, мы можем сказать, что мужчина не жертва. Но как бы, каким выводом мы потом хотим прийти? Что мы с этой информацией хотим сделать? Я считаю, что
вопрос, да, что делать, это, во-первых, создавать центры психологического насилия, помощи, да, там, жертвам, принявшим домашнее насилие, и делать эти центры внегендерными. И для мужчин, и для женщин. Я не знаю, можно создавать отдельные для женщин, можно создавать отдельные для мужчин, можно создавать отдельные для трансгендеров и небинарных персон. Делайте, что хотите. Главное, чтобы все жители планеты Земля имели возможность, вне зависимости от своего гендера, да, позвонить, прийти, написать и получить помощь. Во-первых. Во-вторых, домашнее насилие вообще-то надо не постфактум за ним бегать, а его надо предотвращать. Предотвращать его тоже надо внегендерно. Очень хорошо, что мы говорим про насилие над женщинами. Правда, очень хорошо, я очень рада. Но говорить про насилие над мужчинами тоже надо. Создавать программы профилактики домашнего насилия тоже надо. И надо ориентировать их и на мужчин тоже. Да, как бы, я считаю, что это очень важно. Вот. Да. Мне кажется, что тут банальная проблема в том, что вот Ханна говорила о психологических проблемах, да, что людям некуда с ними пойти, чтобы их решить. Я недавно, у меня не такие проблемы, слава богу, но тоже определенные. Вот, я стала интересоваться, что вообще с услугами психотерапевтов, и выяснилось, что средняя цена сейчас в Москве 4000 за прием. И я говорю, а сколько приемов? Раз в неделю. То есть 20 тысяч в месяц, ползарплаты я должна отдать психотерапевту. Вот. Ну, можно даже какие-то более экономные, я просто искала вот хорошие вот какие-то вот. Вот опять же, у нас да. Есть мужчины, которые зарабатывают 20 тысяч, вот правда есть. Да, женщины, допустим, зарабатывают на 30% меньше. Но у нас есть очень бедные мужчины, которые тоже не могут позволить себе ни снять квартиру, ни да, там, обратиться к платному психотерапевту, ни делать что-то еще, для чего нужны деньги. Ну, вот. Да, кто считать скажет... всех мужчин миллионерами, которые вот просто... Я немножко не про это. Я про то, что... А кто вообще сказал, что психологические проблемы, они какие-то неважные, что вот, да, хорошо, вот у нас есть... в какой-то мере хотя бы такое прямое косое бесплатное здравоохранение, которое все равно урезается, да, вот, все-таки дошли мы до этой мысли, как бы общественно принятой, что проблемы со здоровьем физические, да, это не проблема твоя личная, это проблема общества, вот, но то, что психологические проблемы, это тоже не проблемы личные, которые ты можешь решить только если ты богатый, а это проблемы как бы комплексные, которые тоже к ней нужен общественный подход, но до этого еще как-то общество не очень доросло, то есть, ну да, есть горячая линия, где если ты совсем там на грани суицида, ты можешь, я не пробовала, не знаю, что это такое, вот, можешь позвонить, вот. А кризисные центры, они открываются как волонтерами, то есть это не государственная политика. Ну где-то, что-то я слышала, значит, это не государственные, никто не слышал, есть ли? Муниципальные. Вот, ну очень мало, да, вот. Но вообще даже не просто кризис, ну потому что, опять же, вот правильно Ханна говорит, что кризисные центры там, для жертв домашнего насилия оказывают в первую очередь помощь тем, кто уже пострадал от домашнего насилия. А прежде чем он или она пострадает, да, тут период как бы совершенно адских каких-то явно отношений между людьми, которые нужно как-то решать, пока это еще не превратилось в собственно физическое насилие. Тут даже как бы не, может быть, вопрос не столько в каких-то специализированных центрах, а в том, чтобы люди имели возможность бесплатно, ну или не знаю, хотя бы там. Может быть, за какие-то небольшие деньги, за счет государственных субсидий, я не знаю, обратиться к психотерапевту. А можно я еще про кодинг скажу? Я просто забыла. Во-вторых, я, так сказать, на личном опыте довольно горьком. Про женский кодинг, точнее, кодинг-скул. Я просто сейчас, вот прямо сейчас, да, программирование, школа программирования, да, в IT, в IT. Бывает смешно. Вот. Я просто вот прямо сейчас, да, пытаюсь учиться программированию, а до этого, как я начала, я пыталась, собственно, найти, куда пойти, куда податься. Вот. Да, я нашла несколько организаций, которые условно можно отнести, да, программирование для девушек. Вот. Я полазала по их ресурсам и с моей точки зрения, может быть, я не права, но я вот как-то, да, почитала, это розовая клавиатура. Это такая розовая песочница
для девочек, которые там будут типа что-то такое ходить. Главное, чтобы вот не со всеми, а вот, вот в отдельной песочнице. Да, я там увидела какие-то милые в программе вещи, типа, да, там объясняется, там, как оптимизировать код, называется это как маякар для вашего кода. Да, типа, сделано девочками для девочек, что-то такое. Ну, в общем, не знаю, может быть, я какая-то неправильная девушка, но с моей точки зрения, это вот лично для меня несколько унизительно. Потому что я себя считаю таким же человеком, как и мужчина. Я считаю, что я могу сидеть, ну, как бы, да, учиться вместе с ними на тех же основаниях. Я не хочу, чтобы для меня создавали какие-то... Нет, пожалуйста, если кому-то нравится, пожалуйста, но лично я к такому отношусь очень скептически. Я не очень понимаю, почему для этого надо создавать какие-то специальные резервации, вот, где меня будут обучать, да, как вот именно девочку. Причем программу, я не увидела программы, да, которые я хочу. То есть программа, да, вот серьезной подготовки для Java-разработчика, я там не увидела. Я там увидела делать, да, вот как делать сайтики. Значит, интересно. И поэтому я пошла куда? Я пошла в школу, которая основной мужчина. Ну, да, мой знакомый, который предложил мне нормальную программу за нормальные деньги, да, без запихивания меня в какие-то, да, без объявления, что я девочка, а значит, мне надо, да, какую-то особую девочку. Одно дело, когда это может быть создаваться чисто как safe space, да, безопасное пространство без сексизма, но вот опять же, я посмотрела, ну и как для этого самого, для вашего кода. Но я не уверена, что там не будет никаких, да, вот этих вот гендерных штучек, возможно, они не будут говорить. Потому что это не безопасное пространство, это просто дополнительный товар на рынке. Феминизм, он как бы товаризирован и колонизирован, и он феминизм на продажу. То есть, как бы, не кстати, интересно, Евгений тоже в последнее время стало появляться много там футболок каких-то там с надписью, еще какой-то там аксессуаров. Это положительно с феминисткой. То есть это тот же самый сексизм, только сексизм. Обрадоваться к себе не бывает. Нет, я имею в виду, это положительный сексизм в том смысле, что мы женщину не унижаем и не говорим, что она тупая, а мы к ней относимся, ну так, мило, покровительственно, как к ребеночку, потому что, ну, они же... Сексизм обычно. Да, это просто доброжелательный сексизм в том смысле, что мы не агрессивно как бы говорим, бабы тупые, нечего же делать за клавиатурами, пошли вон из IT. А мы говорим, ну вот здесь вот для девочек, потому что девочкам интересно что? Им интересен мейкап или шмоточки. Поэтому мы будем, например, объяснять все через метафоры шмоток или там воспитание детишек, что ваша программа это как ваше дитя, на-на-на. То есть вроде это как бы специально для женщин и должно поддерживать их интеграцию в IT, а на самом деле это только сильнее их сепарирует, это подчеркивает, что они не такие. Меня вот это прям высаживает. Да, сбор. Я хочу сказать, я это, как я есть гуманист, по-моему, неконструктивно мериться и там пытаться соотнести, кто сильнее страдает, кто там больше угнетен, могут ли женщины угнетать мужчин. Вот, это все, ну, как бы это интересно, но это именно неконструктивно, потому что самая главная проблема в том, что, в принципе, капитализм как таковой, он, ну, люди не должны так жить, любые люди. Люди-мужчины, люди-женщины, люди там любой какой-то небинарной ориентации или кто-нибудь еще. Это не гуманно для человека, это несправедливо для любого человека, и это неэффективно в перспективе. Люди могут жить лучше. Люди должны просто жить лучше, потому что, ну, просто стыдно, блин, в 21 веке продолжать вот эти вот какие-то размазывать сопли. Вот. А человек должен реализовывать свои возможности максимально широко, человек должен стремиться к прогрессу во всех областях. И именно с этой точки зрения она может с этим что-то делать. И вот у меня вопрос. К сожалению, очень часто, ну сейчас, да, как бы популяризировалась гендерная тема, появилось много и феминисток вот этого всего движа. Но я сталкивалась с тем, что я не требую всех стать интерсечками. Прям хоп, завтра понять, что все это вытекает из социально-экономических вещей. Вот. Но очень часто я наталкиваюсь прямо на такую стену. Обсуждаешь, все с тобой полностью согласны, говоришь, да, проблемы есть, прям все плохо. Но как только ты пытаешься как-то кропко намекнуть, что это вытекает из социально-экономического неравенства, что это напрямую с ним завязано, и если мы не изменим... политическую диспозицию мы ничего не поправим,
ты прям начинаешь обсуждать слона, который стоит в середине комнаты, но обсуждать его нельзя. И все такие, ну нет, это политика, мы в это дело не вмешиваемся. И у меня вопрос, как эту тему политизировать, как людей ну, актуализировать этот вопрос, как их заставить увидеть этого слона как все-таки сократить. Не попав при этом под 282 статью. Что делать нам и что делать лично вы? Не знаю, я предпочитаю наоборот, то есть приходить в организации, которые уже политические, да, и стремятся иметь прогенда. Левых качать прогенда. Но мне кажется, все-таки, да, я понимаю эту проблему, но явление культурного феминизма, оно так или иначе затягивает потом вот это, влечет за собой социальную проблематику. Но они всегда, не везде, но с другой стороны, это хорошо, что появляется там гендер стадис в какой-нибудь, там, я не знаю, университете, потом просто из этого уйдут активистки или не уйдут. Но это не значит, что не надо критиковать их. Вот да нет, это хорошо. Просто, например, появился Вандерзин, да, вот такой прям столб. Все побежали. Товарищи, я прошу прощения, наверное, уже надо дать. 5 минут. Ну, короче, что делать, как усиленно это вот социальную составляющую. Короче, больше, ну. Кстати, на том же Вандерзине я видела, не так прям много, но были материалы там про и про неравенство в оплате труда, и даже про женщин там из стран третьего мира, которые шьют шмотки чиндым, да. Саш, они контр, контр корпорации, против корпорации, они могут быть там против угнетения третьего мира, но они абсолютно беззубые в социальном плане. Ну, либеральную какую-то можно. Ну, во-первых, у нас, ну, да, есть либеральный феминизм, более того, вот этот самый фемфест, при всем моем глубоком уважении, считаю, что это очень классный фестиваль, он мне нравится. Я делаю скидку на то, что он леволиберальный, то есть там никто не собирался бороться ни с... Никто не собирался бороться ни с каким капитализмом, то есть там вот именно были обсуждения, да, вот гендера, то есть всех вот этих вопросов, плюс обсуждение, да, там, как женщине достичь высот. Вот. Я эту позицию критикую, да, я считаю, что как бы... Да, и как бы во всем виноват такой вот патриархат, ну, что-то такое вот большое, абстрактное, да, из чего он тут появился, не очень понятно, раз мы, да, не трогаем капитализм. Вот, ну, вот что такое, вот мы сказали фразу «во всем виноват патриархат» и поскакали дальше. Вот, я эту позицию критикую. А что с ней делать, как политизировать феминизм? Ну, во-первых, я и так считаю, что феминизм, он вообще-то политическое. Сам по себе политический. Даже либеральный феминизм, он вообще-то был политическим движением. Еще вот прям недавно был. Беда. Вот. Лично я что делаю? Я, ну, как бы привожу, так сказать, всех своих знакомых людей к мысли о том, что лично это политическое. Да, все, что с тобой происходит вот прям каждый день. Я, честно говоря, я забыла, кто сказал эту прекрасную фразу. Помнишь, это была женщина? Да, радикальная феминистка, кстати, Карафиня. Вот, я ей очень благодарна за эту фразу, вот, но я забыла. Вот, все, что с тобой происходит вот прям каждый день, это политическое, да, это происходит из-за не чего-то там такого биологического или там еще чего-то, а вот прям, да, из-за действий конкретного государства, из-за конкретных законов и все такое. Вот. И мало того, что да, кто виноват, да, и что мы с этим будем делать? Ну хорошо, да, все, как бы, все плохо. Что, как, ну, во-первых, как ты хочешь это изменить, да, к какому обществу ты хочешь прийти, какое общество ты считаешь идеальным? И во-вторых, что ты собираешься. Что ты хочешь, собираешь или не собираешься для этого делать? Готов ли ты что-нибудь для этого сделать? Ну, то есть выход – это ежедневная актуализация вопроса и индивидуальная работа с каждым, кто неосторожно, если что-то там такое может промучать. Я, кстати, не совсем согласна, что личное или политическое, мне кажется, все-таки, ну, не то, что какой-то границы, да, но просто есть проблемы, которые
можно решить, или хотя можно подумать над тем, как их решить политическими методами. Вот. А есть проблемы, которые ну, как-то немножко опосредованно связаны. И вообще интересно как бы подумать над этой связью, вот. Но непосредственно они политическими методами не решены. Да. Некоторые буквально понимают и как бы... Ну это большая дискуссия. Да, можно дискутировать еще 20 лекций подряд. Да. Ну, у нас будет возможность еще провести несколько лекций, пока что. Все, спасибо огромное. Спасибо.